всем. Надпись. Мир всем. Мир вам. Включай. Христос посреди нас. Аминь. Помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю принеси лисевны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Господи, благослови наше занятие по Слову Твоему, не допусти уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вячеслав Ткачев, микрофон выключить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 40 по 42 стихи. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Петр. Толкование. Евангелист сообщает нам об имени Андрея, а об имени другого умалчивает. Некоторые говорят, что другой был сам Иоанн, пишущий сие. Иные говорят, что он был из незнатных, притом от знания имени не было бы пользы. Об Андрее упомянуто так потому, что он был из знатных, так и потому, что он привел своего брата. Посмотри, пожалуй, на любовь его к брату, как он не скрыл от брата оное благо, но сообщает ему о сокровище и с большой радостью говорит: «Мы нашли». Вероятно, они сильно желали и много занимались исканием Мессии. И не просто говорит Мессию, но с артиклем оного, Мессию того самого, который есть поистине Христос.
Ибо хотя многие назывались помазанниками и сынами Божьими, но ожидаемый ими был один. Андрей привел Симона к Иисусу не потому, будто Симон был легкомыслен и увлекался всякую речью, но потому, что он был очень быстр и горячий, удобно принял речи, которые брат передал ему о Христе, начиная себя открывать ему пророчеством об нем, так как пророчество убеждает людей не менее, чем и чудеса. Если еще не более, то Господь пророчествует о Петре. Ты, говорит Симон, сын Ионин, потом открывает и будущее. Ты наречешься Кифа, высказав настоящее, через то удостоверяет и в будущем. Впрочем, не сказал я тебя переименую Петром, но ты наречешься. Ибо сначала он не хотел обнаруживать всю свою власть, так как еще не имели твердой веры в него. Для чего же Господь прозывает Симона Петром, а сынов Зеведеевых громовыми? Для того, чтобы показать, что Ветхий Завет дал тот же, кто и ныне переменяет имена. Как тогда назвал Авраама Авраамом и Сару Саррою, Бытие 17 глава 5-15 стих. Знай то, что и Симон значит послушание, а Иона – голубь. Итак, послушание рождается от кротости, которая обозначается голубем. А кто имеет послушание, тот становится и Петром. Через послушание достигается твердости в добре. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 43-45 стихи. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Исаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Толкование. Речь Господа не просто говорилась, а сердца достойных тотчас воспоминала любовью к Нему. Как и Клеопа со спутником говорят: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил с нами на дороге?» Лука 24:32. Так как Филипп имел озабоченное сердце, постоянно занимался писаниями Моисеями и всегда ожидал Христа, то как увидел Его, тотчас убедился и говорит: «Мы нашли Иисуса», а это показывает, что он искал его. Сей город был небольшой, и приличное мог быть назван деревней. Посему и нужно удивляться силе Христовой, что он лучших учеников избрал из среды, не приносящих никакого плода. Филипп также не удерживает добра за самим собою, но передает Нафанаилу. И как Нафанаил был сведущ в законе, то Филипп отсылает его к закону и пророкам, потому что он прилежно упражнялся в законе. Называют Господа сыном Иосифовым, потому что в то время считали его еще сыном Иосифа. Называет его назарянином, хотя он, собственно, был вифлеемлянин, потому что родился в Вифлееме, а воспитался в Назарете. Но как рождение его было многим неизвестно, а воспитание известно, то и называют его назарянином, как воспитавшегося в Назарете. Вопросы? Сергей, а почему вы опять вернулись в первой главе? Мы уже третью изучали. Ну, прощение. Да. Что-то. Так, на 22 стихе остановим. Да. Евангелие, 3 глава, 22-24 стих. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил.
Иоанн также крестил в Иноне, близ Салима, потому что там было много воды. Приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Толкование. Слыша, что он крестил, не подумай, что он сам крестил. Крестили ученики его, но дело учеников евангелист относит к учителю. Далее сей же самый евангелист говорит, что Иисус не крестил, а ученики его. Евангелие Иоанна 4:2. Спросишь ли, почему он сам не крестил? Узнай. Иоанн прежде сказал, что он будет крестить вас Духом Святым. 3 глава 11. А Духа Святого еще не давал, потому что было еще не время. Итак, если бы он крестил, то или крестил бы без Духа, и чем бы тогда разнился от Иоанна, или давал бы Духа и прежде времени, а это недостойно Бога, делающего все вовремя. Когда же было время дать Духа? Время после Вознесения. Ибо естеству нашему во Христе Иисусе нужно было явиться Отцу безгрешным и по примирении таким образом Бога с нами быть ниспосланному Духу, как богатому и щедрому дару. Если бы он перестал крестить, чего бы ни сделали ученики его при зависимом расположении ко Христу? Еще раз, если бы он перестал крестить, чего бы не сделали ученики его при завистливом расположении ко Христу? Если он, весьма часто взывая и всегда уступая первенству Христу, не убедил их обратиться к нему, то какую бы зависть возбудил в них, когда бы перестал крестить? Посему и Христос особенно начал проповедовать тогда, когда Иоанн был заключен, в причине зависти учеников крестителя. Я думаю, что и кончине Иоанна допущено было весьма скоро для того, чтобы все расположение народа перешло ко Христу. И он не разделялся в мыслях о том и другом, Иоанне и Христе. Ученики Христовы крестят крещением, не имеющим ничего большего пред крещением Иоанновым, ибо то и другое несовершенно, как непричастное Духа, хотя цель обоих одна – крещаемых привесть ко Христу. Вопросы? То есть они крестили в покаяние? Видимо, да. А тут еще церковь не была, да? Она появилась только в Сионской горнице. То есть не прилагали крещаемых к церкви. Так? Видимо, так. Еще вопросы? Игнай Тихонович, вот на эти два вопроса ответьте вы, пожалуйста. Вот Валентина Дмитриевна ответила на них. То есть церкви еще не было, крестили в покаянии? Да. То есть по-нашему, по-сегодняшнему сказать, это был период оглашения? Именно так. А оглашенные сегодняшние, они могут принимать участие в таинстве исповеди, в таинстве покаяния? Никак. Никак. Они за пределами церкви находятся, поэтому выходят. Поэтому надо торопиться. А сегодня разницы нет, говорит, сколько будем. Однако первые христиане устанавливали от 3 до 5 лет.
Но вот у баптистов в собрании там вот они говорят, говорят потом, кто хочет выйти покаяться, на сцену выходят оглашенные и каются. Это вот понятно, что они вне церкви, но как вот это вот человек же действительно приносит покаяние, и как это в православии в период подготовки к крещению, может же у него наступить период, когда он начинает каяться в грехах? Покаяние всегда приемлемо, где бы оно ни было. Человек разговаривает с Богом. А чтобы получить прощение грехов, для этого Господь поставил особый класс – священство. И для этого есть первосвященник. Спрашивают, а вот у баптистов как вот? Дух Святой есть или нет? Может ли быть рождение свыше? Может быть. Один вопрос. Вы признаете Иисуса за Господа славы? Они все признают. А написано, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Все стало на место. Но дальше они не идут. Это первая ступенька или полступеньки. Дальше не надо. А понятие церкви у них нулевое, никакое. Поэтому такое идет дробление. И почему говорит Киприан Карфагенский, что их крещение есть не омытие от грехов, а осквернение. Тогда другой вопрос. Вы говорите, что баптист может быть рожденным свыше, но он не член церкви. Да. Как так может? Если рожден свыше, рожден от Бога, он его сын, значит, он автоматически становится его телом. 2.47 Деяния апостолов. Ответ. Прочитай вслух. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То не к секте, не к ереси, не сам по себе, а к церкви. А церкви нет без священства. Есть такая книга Троицкого Илариона. Вне церкви нет спасения. Все места Писания так и говорят. Они приходят, каются. А в чем каются, спросил. У них духовного роста, они даже ни понятия не имеют об этом. Силуана один прочитал, и вот это я принял. Так он еще не читал Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова-то. Тут начинаешь считать и останавливаешься. Архиепископ Брюссельский Василий говорит, перевод делал Феофан Затворник. Но когда он дошел до этого места, он, говорит, не стал переводить. Перевода нет, он его то ли как Гоголь сжег в печке или что. Переводил и вдруг остановился. А почему? Если брать по этой мерке Симеона Нового Богослова, то мы все неверующие. И чтобы не было соблазна, оставил вот эта экономия. И это не кто-то говорит, а Василий Брюссельский, архиепископ, а Феофан и Затворники. Говоря, причина, по которой он не стал переводить. Ангелы называются. Ангелы на земле или человек на небе. Вот на какую ступень возводили людей. Как высоко поднимали планку. Ничего нового не сказал. А это фактически то, что говорит евангелист Иоанн в первом послании. Рожденный свыше не грешит, а в другом месте 5.18 говорит, не может грешить. Это вообще неприемлемо православными. Как не может-то? Да все согрешили, все лишены славы Божией. Нет праведного, нет ни одного. 52-й псалом. Однако в природе рожденного свыше нет этого. Его нет. У него другие пожелания, другое стремление. Ну, ладно, все, отошел. То есть можно родиться свыше в секте, перестать грешить, а потом на второй ступени прийти в церковь. Так я понимаю. Или рождение свыше возможно только в церкви.
рождение свыше может быть в любом месте, под любым кустом. Вот у нас, говорят, там Елисавета Кочкина, она отошла, жнут руками пшеницу. Отошла, говорит, маленько погодя, говорит, кричит, помогите мне. А уже у ней в подоле двое ребятишек лежат. Предродовые отпуска были, нуль. А после этого давали 3 дня отдыхать. Но сегодня бы сказали, да это что такое? А народ такой крепкий и был. Она родилась, а где? Здесь среди снопов хлеба. Никакой больницы нету рядом. И в духовном плане точно так же. Господь коснулся, все. И я, если бы не было рядом Филиппа, все равно бы уверовал евнух. Рождение свыше, это не означает, что дошел до цели. Это говорит, что ты узнал вход на корабль. Теперь надо в него войти. А я узнал, да, я дошел до корабля. Ну, дальше-то не вошел. Ну, не вошел, а корабль отплывает. Все, трагедия. Поэтому сектантов, они остановились на этой ступени. Дальше не идут. Дальше только через церковь. Почему Феофан Затворник и показывает 3 вида благодати? Призывающая благодать. Вот кто слушает, запишите себе это. Благодать призывающая. Вторая благодать. Второй вид благодати. Вторая обращающая. И третья освящающая. Вот первые дни, первые 2. Есть у сектантов, третья нет. У православных 3 есть, первых 2 нету. Редко когда бывает. Надо, чтобы кто-то проповедовал. Как услышать, говорит, если не будет проповедующего? 10 глава послания к Римлянам, 17 стих. Вера от слышания. А слышание не от басни, не от мощей, а от Слова Божия, не от Матроны. Совершенно православные как будто никогда не слышали. Слово-то Божие не знают. Даешь Евангелие, спросишь, где оно у тебя, он даже не знает, где. Мне очень памятно остался рассказ один. Это паломник, журнал был. Писали, царь Николай I, тогда охранников сколько было? У Ельцина охранников было 750, у Рейгана 1500. 1500 получает повышенный оклад, чтобы одного человека сохранить. А он ехал один с кучером. Один. И вот остановился, где лошадей менять-то, и стал спрашивать, у вас Евангелие-то есть? Он говорит, есть. Показал Евангелие. Он посмотрел и говорит, а где считаете? Он говорит, да Деяния, первую главу начали считать. Он ждал, что царь ему даст, ну, много, больше. Ну, царь ничего не сказал, больше-то. Обратно, когда ехал, и говорит, ну, как Евангелие, дальше-то считаете? Считает. Он говорит, дай сюда Евангелие-то. Он открыл, а он туда ему, когда он уехал, он Евангелие взял, который... Хозяин-то этого трактира-то, дорога, лошадей меняют-то. Евангелие бросил в сторону там по столу, говорит, уж царь отдал сколько есть, чуть-чуть больше дал-то. Ну, мог бы больше-то дать-то. Оказывается, он заложил ему там на первой главе Деяния апостолов ассигнации, на которые он мог бы дворец построить и табун лошадей купить. Его, я, говорит, увидел, говорит, как мелко задрожали плечи у него. Лгут. Везде лгут. Вот и ответ. Как Карамзин написал, можно когда 4 тома царю подарить. А он говорит, я все не прочитаю. Коротко, о чем написано? Он постоял, подумал и говорит, воруют. Вот так и здесь. Лгут. Везде лгут. И он положил ему туда, где считает. Оказывается, все обман был. Обман. И православные, знаете Евангелие, священники даже исповедовать, не спрашивают, ел ли нет журавля. А Евангелие считаешь, нет, проповедуешь, не проповедуешь, отойди в сторонку. Не благовествуешь, отойди. Отдельно занятия будут с тобою. Какое тебе причастие? Если ты против идешь благовестия, ты антихрист. Сгинь, окаянный, из глаз. Отошел. Можно я кое-что зачитаю? По теме краткое. Рождение свыше. Я когда-то нашел статью Марцинковского, он такой был мыслительный человек. Это я, кстати, о нем узнал от Игнатия Тихоновича. Вот у него есть такая статья, можете прописать, она, кстати, баптисты и пользуются. «Крещение взрослых и православие». И вот он такие мысли здесь пишет, интересные. Он пишет, где же причина мертвости церковной православной общины? Вопрос. Смерть там, где нет жизни.
А как будет жизнь там, где она и не рождалась? Вопрос. Нет в нашей общине сознательных христиан, рожденных от Духа. Следовательно, мы не в Царстве Божьем, не в Церкви. Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божье, говорит Христос. То есть, вот он такие мысли заключает здесь, что вот хоть и были крещены, но если, да, в водном крещении, но если не родились свыше, то, говорит, мы не в церкви, да, то есть, получается, сегодня многие православные, они, если не рождены свыше, то они как бы вне церкви, получается, потому что жизнь-то в церкви-то должна быть сознательная, а если этой жизни сознательной нету, то он, получается, фактически вне церкви находится. Поэтому, кстати, в православии какая-то мертвость, она везде наблюдается, куда ни сунься. Вот взять тут греков у нас в Израиле, а у них паства их не местная, арабы. Вот я недавно так с одним общался, с человеком, а он уже больше тут меня знает, как бы, что тут. Как он говорит, у арабы, они православные, они отмирают, они вот обмерщаются, вот, и в России это тоже тенденция наблюдается, то есть идет, людям вообще церковь, она неинтересна, как бы, а эта церковная жизнь для людям, она неинтересна, вот, и в России тоже это наблюдается, везде одинаково. И вот вопрос-то в том, вот, вот если взять эти слова вот Владимира Марцинковского, да, что нет в нашей общине сознательных христиан, рожденных от Духа, следовательно, мы не в Царстве Божьем, мы не в Церкви. То есть он заключает, если не рождены мы от Духа, то и крещение нам оно не поможет. Он закончил мысль. Владимир Филимонович православный был, помогал, профессор. Это был единственный человек во время жизни Ленина, которому официально разрешали по университетам проповедовать. Он ездил с музыкантом, как вот Светлана Копылова. Это большой человек. Потеряли его. Потеряли. Перешел в ересь. Вне православия умер-то. Он правильно рассуждал, дальше не пошел. Его небольшая брошюрка называется «Достоверно ли Евангелие?». Вот трехтомник у нас, по которому мы идем, я его туда поместил. Кажется, в конце первого тома. Вещь прекрасная, но пошел неправильным путем. Смолодушничал. Гора кормил Галилея. Это у него было вставное слово, где он проповедовал, в Израиль переехал. Как это можно было пойти из церкви куда-то? А они проповедуют. И ты проповедуй, положи начало. И дальше кто будет проповедовать, все Бог будет приписывать тебе. Павел говорит, вы начаток Ахаи, вы семейство Стефанова. А какое? Стефан, который чуть не заколол себя, когда землетрясение было, считаем, в 16 главе Деяния апостолов, начальник стражи, тюремщик. Ты начни это дело. У тебя свадьба, кого ты собрал? Посмотри, собираются, когда там собирают келихи у грузин. Сколько там плова варят? Сколько людей? А нужных ни одного, может быть, нету. А Златоуст говорит, ты положи начало, собери нищих, увечных, принеси, приготовь им. И ты положишь начало, чтобы все остальные так делали. Я знаю, тут священник один. Тогда он не был священником. И он около церкви, церковь была одна, тогда нищих много было. Он всех их собрал себе на свадьбу. После бракосочетания. И ты первый начни проповедовать-то. А я пойду туда. Почему ты все время к чужому-то пирогу? Ты сам спеки и накорми других. Это совершенно неправильное решение. Все. Пошел. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 25-27 стихи. Тогда Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к нему, Иоанну, и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Толкование. При споре учеников Иоанновых с
одним иудеем зашел вопрос о крещении. Иудей ставил выше крещения учеников Христовых, а ученики Иоанновы – крещение учителя своего. Заспорившие об очищении, то есть крещении, приходят к учителю своему и начинают его подстрекать, говоря: «Учитель, тот, который был с тобою, который имел степень ученика, отделился и крестит, тот, о котором ты свидетельствовал, то есть которого ты крестил, которого ты сделал знатным, осмеливается делать то же, что ты. Сверх всего, некоторые не внимают тебе, а ему внимают все. Ибо все, говорит, идут к нему, а тебя оставляют». Иоанн, желая устрашить их и показать, что они, препятствуя Христу и отстраняя его от славы, враждуют против Бога, говорит: «Не может человек ничего принимать сам от себя». И далее: «Если бы, говорит, не было дано с неба, то не возрастал бы тот, которому вы завидуете. Посему вы за раз согрешаете дважды. Раз – тем, что противитесь определению Божию, а второй – тем, что предпринимаете невозможное. Вместе с сим он их и успокаивает, несколько тем, что побеждающий их не человек, но Бог. Да и мы, говорит, что имели, то имели не от себя, а с неба. Если же дела Христовы славнее, то не нужно удивляться, ибо так угодно Богу». Вопросы? Но, Игнатий Тихонович. Ну, у меня вопрос есть. Что? Вопрос. Вопрос есть. Ну, давай. По этому стиху. Когда Иисус, ну, когда говорят, может ли что, ничего не можете взять, если вам не дано слышать. Ну, от Бога. То есть, вообще, это касается всего, всего в жизни, да? Вот, допустим, хочу, это не касается же профессии, как я выучиться или быть кем-то там. Еще не понимаю. Ну, по профессии. Ну, это, конечно, мелочи. Ну, допустим, призвание. Это может? Может. Если не дано человеку, допустим, быть, допустим, ну, вы меня понимаете? Призвание. Вопрос понятен. Сейчас я Игнатию Тихоновичу сформулирую. Он, скорее всего, не расслышал, потому что я с трудом. Игнатий Тихонович, вопрос такой. Вот сейчас читали 27 стих 3 главы, там сказано так. Иоанн сказал в ответ: «Не может человек принимать ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». То есть он, Иоанн, отвечает ученикам своим, которые завидовали Христу. И вопрос вот задается такой, что может ли вот этот стих, не может ничего принимать на себя человек, если не будет дано ему с неба относить вообще ко всему. Там к работе вот человек взял на себя там какую-то работу. Ну, значит, это явно, что это от Бога. Такой смысл, да, я вкладываю, Александр. Я правильно ваш вопрос перевел? Нет? Да, вы правильно поняли, все правильно. Да, Игнатий Тихонович, отвечайте. Спрашивают, а почему разделения такие в разных мнениях, и при том совершенно в другую сторону тянет? А человек прозорливо ответил одной фразой: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Сели, их никто не садил, их не избирали, а, говорит, короновался на престол. Так и здесь. Он не может, то есть, если бы не было дано ему, а ему не дано, он взял. И поэтому он другую сторону тащит и не имеет никакого благословения. Дано, то есть кем-то, дано это извне, среда. Как, а что такое? Да где двое или трое собрались, говорит, там и Христос. Нет.
двое-трое собраны Духом Святым во имя Его, то есть точно по Евангелию, буква в букву. В духе понимать надо. Тогда все будет на месте. А так, да мало кому еще дано. Допущено и дано. Это разная большая, разница очень большая. Господь допустил, чтобы вылупился этот пигмей под именем Вилла. И все пошло прахом. Почему? Потому что не искали Бога, и Бог допустил. А когда Господь благословляет, тогда Ездра с Неемией выводят народ из плена. А при Навуходоносоре пошли все в плен. Да кому дано было тогда, царю Киру или Навуходоносору? Навуходоносор разграбил, а этот вернул. И он называется помазанником Божьим, то есть Христом. У нас, если так сегодня то имени Христа с маленькой буквы только Горбачев достоин. А его больше всего ругают. И здесь почему ему дано было это раскрепостить церковь и анекдот. Вот весь ответ. Теперь в него вникни. Дано ему или не дано? Дано, значит, это от Бога. А как увидеть? По-божьему. Ты неужели не видишь, что он говорит? А у меня это от Бога. Ну, человек показывает. Я говорю, что у тебя от Бога-то? Покажи. А он показывает просто смятую грязную бумажку. А это не ассигнация. Мы по Слову Божию видим, вот это ему дано. А это... А теперь Уильям Миллер начинает подсчитывать, когда Христос придет и дважды ошибается. Ну, основатель... Там, или Селена Уайт, адвентиста седьмого дня. Так ему дано от Бога или не было? Нет. Он сам взялся за то, что ему не верено. У сектантов нет благодати толковать Священное Писание. Они безблагодатные в этом смысле. И поэтому каждый тянет в свою сторону. Вот весь ответ. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Слава Христу. Ответ. Ну, а я еще от себя добавлю. Неудивительно, что сам сатана является в виде ангела света. То есть, может быть, подмена. Да, человек сам взял сатана, и антихрист, он будет выдавать себя за Бога, хотя на самом деле никакой он не Бог. Также и здесь человек может говорить, а мне дано от Бога. И надо спросить, а что именно тебе дано? Какие дарования? Сергей Павлович, я получил известие, тут сейчас у нас здесь есть Николай Скляренко, он может сказать, он сегодня прислал мне, выслал, говорит, посылку, у Сергея Павловича не очень хороший микрофон, а я, говорит, ему купил, мне осталось только получить, сходить и тебе отдать. Так что помолись, чтобы все дошло. Да, я читал, я его вызывал, его Скляренко нет с нами сейчас. Да. Так, помолимся, Господи, чтобы посылка дошла. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 28-30 стихи. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Я не Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Толкование. Если бы к этому жениху, два слова с большой буквы, не приходила невеста, то есть народ, тогда я... Невестоводец скорбел бы. Теперь же, когда это случилось, я весьма радуюсь, ибо вижу, что жених Христос взывает к невесте народу и учит его. Не без цели сказал стоящий, но сим показывает, что его дело кончено, и он стоит уже без действия, и что ему, наконец, нужно встать и только слушать учение Христа и беседу его с невестой. Мое, говорит, дело окончено, я передал народ ему, Христу. Посему моей славе нужно умоляться, а его расти. Как утренняя заря закрывается солнцем, и кажется многим, что свет ее угас, хотя на самом деле не угас, а закрывается большим,
Так без сомнения и единица предтеча покрывается мысленным солнцем, и потому говорится, что он умаляется. Христос же растет, потому что в короткое время делает себя известным через чудеса. Мало-помалу, а не вдруг, он объявляет, что он есть Бог. Господь есть жених всякой души. Брачная комната, в которой бывает соединение, есть место крещения, то есть церковь. Дает он невесте залог, прощение грехов, общение Духа Святого, а остальное в будущем веке, когда он достойных введет лучшие и высшие таинства. Вопросы. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 31-34 стихи. «Приходящий свыше и есть выше всех, а судящий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его». Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Толкование. Хотя и учение самого предтечи было божественным, но в сравнении с учением Христовым оно имело много земного. Он говорит, что видел и слышал, то есть он говорит и свидетельствует о том, что слышал от Отца, и что видел, то есть что знает до точности. Но свидетельство его не принимает никто из тех, которые не внимают истине, а кто принял свидетельство, то есть учение его, тот запечатлел, то есть показал, подтвердил, что Бог истинен. Ибо кто верует посланному от Бога, тот верует Богу. И сим запечатлевает он и доказывает, что поверил ему, потому что он истинен. Итак, пророкам Бог и дает Духа, то есть силу Духа, и дает мерою. А Христу не дает ни мерою, ни без меры, ибо Христос имеет его, Бога, существенно. Слыша, что он послан, понимай так, что он послан от Отца, как луч от солнца. Апостол говорит, послал Бог сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего Авва, Отец. Галатам 4:6. И в другом месте. Если кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Римлянам 8:9. Латины, худо принимая и понимая слова сии, говорят, что Дух исходит от Сына. Мы скажем им, во-первых, то, что иное быть от кого-нибудь и иное чьим-нибудь. То есть Дух есть Дух Сына. Это не подлежит сомнению и подтверждается всем Писанием. Но о том, что Он от Сына, не свидетельствует никакое Писание, дабы мы не ввели двух виновников Духа, именно Отца и Сына. Так говорят, что Он дунул на учеников и сказал, «Примите Духа Святого» Евангелие от Иоанна 20:22. Какое ложное понимание! Если он дал Духа ученикам тогда, когда дунул на них, то как он говорил им, что через несколько дней после всего вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой? Деяния 1 глава 5-8 стих. И зачем мы веруем, что в Пятидесятницу было нешествие Духа, если он дал его вечеру дня воскресения своего? Он дал им тогда не Духа Святого, но одно из дарований Духа, именно прощение грехов.
ибо тотчас прибавляет, кому простите грехи. Иоанна, 20 глава, 23 стих. А сын имеет духа существенно, как единосущный ему, а не как приводимый им в действие. Ибо в действие приводятся пророки. Называется же духом сыновьим, потому что сын есть истина и сила и премудрость. А дух святый Исаию описывается как дух истины и силы и премудрости. Исаия 11 глава 2-3 стих. Называется сыновним и в ином смысле, в том именно, что людям подается через сына. Ты веруешь, что дух исходит от отца, а твари подается через сына. И это будет тебе правилом православия. Вопросы? Игнат Тихонович. Иди, переведи. Так, в чем вопрос? Вопрос. Вас упрекают, значит, в неправославии, что вы разделяете точку зрения католиков, кои утверждают, что Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына. Православные ломают копья, доказывая, что Дух Святой исходит только, только от Отца, от Сына не исходит. И дабы мы не подумали, что два виновника исходящего Духа, и сейчас вот нам толкователь говорит, вопреки тому, чему вы учите, и вас вот обвиняют в нарушении вот этого канона православного догмата, вы приводите место Священного Писания, что от Сына тоже Дух исходит, но вот толкователь нам говорит, что это учение ложное, потому что он когда дунул ученикам своим, что Дух не сошел сразу, а сошел только в день Пятидесятницы. Этот вопрос просветите, пожалуйста. А что просвещать-то? Они бы мне давно уже приписали разные по статье, но я не священник. Основатели всех ересей были люди с духовным званием. Ересь, Арий был пресвитером, Несторий патриархом, архимандрит Евтихий, а я нет, ко мне ничего не припишут. Но у меня есть свое мнение. И это мнение поддерживали родной брат Василия Великого, Григорий Ниский. Их почти половина так понимали. Я что сказал? У меня есть свое мнение. Я соблюдаю все посты, какие есть в православии, притом строго. Будучи начальником детского лагеря, никогда не было, что в среду-пятницу было масло растительное, если по уставу не положено. Несмотря на это, я говорю, эти посты не евангельского устроения, их надо отменить. Да как так? Да так. Их никто и не соблюдать не думает. Смысл назначения Петрова поста какой? В это время начинает косьба проще, а крестьянина хрен да редьку. Чего ради? А потому что пост был, чтобы благословить на проповедь, а никто и не думал идти-то. Обман. А почему? Монахи не проповедовали, они изощрялись в трапезах. Вот даже не придумаешь как. Как поклоны делать и как трапезничать. Вот сегодня это можно, мясо нельзя, масленица. Масленица. А чего ради масленицы-то? Я говорил, этот царь Ираклий греческий воевал с Хазроем персидским. 7 лет. И победить не мог, и дал обещание, если только я его сумею победить, одолеть, христианин, неделю не буду есть мясо, ну и обед. Я бы сказал, отрекусь от царства, уйду на проповедь, а то... Ну и вот масленица пошла откуда, надо смотреть на это. Так и здесь. Это я имею свое мнение, я его сказал, а мнение это не шапка, которую можно поворачивать куда угодно. Писание говорит, я пойду и пошлю. А в другом месте говорит, Отца Небесного молю, пошлет вам. Значит, то и другое. И католики же не на пустом месте имеют. Такое же самое веское обоснование. Но я православный, я читаю как-то так, как написано. И так и пою. И же от Отца исходящее.
Но это мое личное мнение, за него никто и не судит, но я обосновываю на основании Священного Писания. Западная церковь никогда не порождала такие ереси, как восточная. Она непрерывно с ересями боролась внутри нее. Почему? Вопрос-то, пусть ответят. И обращались тогда за помощью, как Иоанн Златоуст, к папе Иннокентию. Хотя канон был принят из океана, не обращаться. Нельзя так шаблонно мыслить. Но меня они называют так. Для меня это награда. Чего-то стоит, если они вокруг меня крутятся, вокруг моей колокольни 10 лет ходят. Да не 10, полвека. Меня это меньше всего. Говорят, гнали меня, будут гнать и вас. Над разномыслием надлежит быть, дабы выявлены были искусные. А я даже не разномыслие, так понимали святые отцы, их перечислять целый ряд канонизированных, которые понимали от отца и от сына. Тем более проверить ни то другое нельзя. Принято так. Я православный, все трактую так. Но свое мнение я высказал. Посты эти не нужны. Оставить только один. 69-е апостольское правило гласит: 4 десятница, среда и пятница. Вот это оставить. Если баптисты принимают, не выходя из баптистов, если бы сказали, а можно посты не соблюдать? Можно. Они пришли в 7-8 веке. Так что до 7 века что, не спасались или что? Нельзя же таким быть. Упертым, ни на чем. Я высказал свое мнение. Мне Бог открывает дорогу к ним. И то, что я говорю, приемлемо всеми. Я ничего не утверждаю. Посты строжайше соблюдаем. Но, однако, я имею мнение, что они не евангельского устроения и пользы никакой не приносят. Нету. Напротив, никто не идет. Пусть они меня выйдут, на суд вызовут, и я отвечу. А кому я тут отвечать буду-то? Ни имени, ни фотографии, может, нету. Никак я не погрешаю здесь. У нас был епископ 13 лет Евтихий, близко знакомый. Но и сидели мы тут, еще епископ был местный-то. Он говорит, вот Игнатия там обвиняет что-то другое, не православное-то. Он говорит, супер православный. И никому не удастся обвинить его в неправославии. Вот и говорит, в присутствии других наш епископ, домодедовский, у патриарха Кирилла был викарный. Если я не православный, но моего не православия достаточно, чтобы сектанты делались православными. Вот это и удивительно. Как они делаются? То есть я не православный, а как они батюшками православными делаются? Тебе может показать, с кем разговаривать? Я могу показать. Они пришли Богу так угодно, в моем доме. Или сейчас через на работу в разных системах в интернете. Сколько людей пришло только нынче? Вот она перед вами здесь, Рахиль, Райхан. Она кто по национальности? Киргизка, казашка. И она у свидетелей этих была сторожевой башни, наткнулась на наши ресурсы, приняла крещение полное. Вот она, вижу она в синеньком платочке в очках. И Бог ее привел. Почему она пришла не через Алфеева, митрополита Илариона? Почему она не пришла через Ткачева? А читал? Да, Иосифа постоянно читал, мне один пишет. На вас натолкнулся, сейчас, говорит, все погасло. Только вас смотрим здесь. А другой, там, такой известный пресвитер и говорит, сколько книг было, как ваши книги попали, говорит, все остальные, говорит, Златоустые ваши оставил, остальные унес, говорит, в сарай. Все. Это не, от меня ничего не зависит. Повторяю, у меня нет никакого образования религиозного. Я вникаю в Слово Божие. Полвека у ног Христа просидел. Никому я не навязываю это. Ну, и сам считаю от отца исходящего. А он так понимает. Он так и понимал, это какой век был? 11-й. Блаженный Феофилакт в 11 веке был. Тогда так все и понимали. Но я так не понимаю, что католики неправильно. Правильно то и другое. А как правильно? Вот старообрядцы, вот двуперстие. А от них она пошла троеперстие. Как правильно? Я отвечаю, в том и в другом элемент ереси. Я с детства приучен так, потому что родился в старообрядческой семье киржатской. Я и так сейчас молюсь. Это равноспасительно утверждение 72-го года Московской патриархии и зарубежной церкви. Равноспасительно. А иначе Сергий Радонежский тогда не святой. Основатели русского монашества Антоний Феодосий тогда не святые. Кирилл Туровский, я называю, которые до Никоновой реформы были. Не принуждаю. А кто правильно? Правильно крестят, отслагают руки католики. Потому что изображается крест какой? Вещественный. А вещественно на нем духовное ничего не прилипает. Никак. Соединяйте духовное с духовным. И поэтому крест изображаем не наш, а Христов. А Христов на Голгофе был.
А он Бога-человек. Божество не подвержено страданиям, эмоциям этим. Нету. Когда говорится, Бог раскаялся, это только для нас сказано, Златоуст говорит. Епископ Виссарион об этом пишет. Бог разгневался, Бог не гневается. Бог не имеет этих качеств. У него нет. У нас сказано, что мы его могли принять. Принять по-человечески, уразуметь. И поэтому на кресте было только человечество. По человечеству он страдал. А по человечеству 5 ран. 2 в руках прибиты, 2 в ногах и в боку. Все пятернёй показывают. Вот это самое правое. Но я не католик, так не молюсь. А где вы это прочитали? Нигде. Я молился, и мне открыто. Не то, что я католик там или как. А двуперстие, Богочеловечество. Богочеловек не умирал. Православные 3 перста вместе. Троица тем более не умирала на кресте. Речь идет не о нашем кресте, а о Христовом. Божество бесстрастно и не подвержено страданиям. Святой Иоанн Златоуст. Считать надо больше и больше верить православным иерархам, таким как Иоанн Златоуст. А проще все ткнуть. Я не православный, я один вот просто отвечаю. Не православный, а столько пришло в православие. А ты православный, скольких людей погубил нарушением постов и прочее. Мне никто не кинет, что вот ты устав нарушаешь или где-то. У нас община создана. Создай общину, кто обвиняет. Чтобы одеты были по форме, как Осипов говорит, придут как на пляж. Он говорит, но дальше-то он ничего сделать-то не может. Он не может создать общину, чтобы вот как у нас все по форме были одеты, была тишина. Даже шепотом никто не говорит, с места на место не переступит. Это община в самом высоком смысле. А он может создать? Никогда. Ему еще на 1000 лет только разуметь это. Это даже враги говорят, что-то мы можем еще сделать, что я делаю. Говорят, а общину никому не создать. По сегодняшний день никто не мог создать. У нас все до одного крещеные сознательно, с 3-кратным погружением, вся община. Они не могут не показать себе ни одной такой, нигде. Только, может, у отца Кирилла. Ну, он связан там со старобрядцами. Так что, пускай обвиняют. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. И радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше будет пронесено, как неугодно Сыну Человеческому. Я удостоился этой чести. Награда моя выше, чем если бы меня никто не гнал. Мертвая рыба всегда течет по течению, а живая она всегда головой против течения. Мне Бог дал эту благодать против течения идти. Ответ закончен. Пожалуйста. У меня вопрос, Сергей. Да. Кто на очереди? Кто на очереди? Ну, давайте говорите, потом ну, хорошо. Вот, значит, последнее предложение сказано. Ты веруешь, что Дух исходит от Отца, а твари подается через Сына. И это будет тебе правилом православия. То есть это надо зазубрить и повторять как догму. Но у меня сверлит вопрос. Вот Дух, который исходит от Отца, он на кого исходит? От твари подается через Сына. Не имеет сына, не имеет и отца. Да, сестры? То есть это неразделимо? Конечно, троица единосущная и нераздельная, повторяет это зубрение. Вот от духа вот давай этого разделять. Ну, там говорится, что 2 виновников исходящего духа не может быть. Ну, а коли я и отец одно, то как может быть 2 виновника, если он один? Ну, тут бьет-то как 2. Так, если рассуждать, они вот свидетели Иеговы рассуждали за того, что на Святую Троицу уже кощунственно говорит, да что, говорит, Бог 3-главый дракон, пусти Господи. Поэтому прочитал, принял, и все. Игнатий Тихонович высказал свое мнение, мнение основано на Священном Писании Иоанна 16:7. Но я истину говорю вам, лучше бы для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, то есть я его к вам пошлю. Значит, было бы написано, а если не пойду, то уговорю отца послать его к вам. Также не написано. В другом месте написано, поэтому мнение это, оно на спасение, так скажем, не влияет. А то вот прям вот догмат, вот, как старообрядцы, 2 перста, если не 3, то уже все. А Игнатий Тихонович равно спасительно, вот и все. И что копья ломать, было бы из-за чего. Какая в этом опасность? Вот 1000-летнее царство, вот там опасность есть. Люди, хотящие построить царство на земле, это утопия.
Это приводит к гибели души и к аду. Не будет Царства Небесного на земле. Оно и небесное, оно называется. Как оно может быть на земле? Геннадий Тихонович, говори. Я немножко со стороны зайду, другой ход сделаю. Как-то сидели мы, собрание большое было, старообрядцев, белокреницкого согласия, у них священство настоящее. Ну и они там возвышаются над православием. Да вы не коньяне, там то другое, не знают. Я говорю, у вас сила-то есть хоть какая-то? Чтоб дохнешь, так не упали. Да вы что? Я говорю, давайте сейчас, ровно через полчаса я докажу вам, что вы не старообрядцы. Ну, что угодно, только не это. Они все, нет. А руководитель сидит. Я минут 20 только пообъяснял местами писания. Он встал, говорит, я совсем не старообрядец. Мне надо укореняться. Священники в православном храме. Я им стал говорить, вы не только не священники, вы не христиане. И доказал в течение одного часа. Они оба вышли к народу, один игумен. И сказали, мы никакие не христиане, зазомбировал их. А дальше началось... Все колдовство, которое было в церкви, не стали причащать никого. 6 недель Великого Поста, пока не сдадут все эти бумажки, и во дворе сожгли, и тогда только началась исповедь. Вот с баптистами беседуешь, а вы говорите, храм, место особого присутствия Божия. Да разве Бог заповедовал храм? Я говорю, конечно. Да вы что? Да Бог не в рукотворенных храмах живет. Я говорю, давайте запишем. Бог не в рукотворенных храмах живет. Записали? А теперь слушайте. Бог в рукотворенных храмах не живет. Поясните разницу. Не в рукотворенных, то есть не только в рукотворенных. А в рукотворенных не живет, это отрицание. Ну а где известно, что живет? А клянущийся, говорит, жертвенник клянется и храмом, и живущим в нем. 23 главу считайте Матфея. Сразу остановились. Я говорю, это не все. Вы пророка Исаии откройте, 57 глава, 17 стих. Господь говорит, вот впереди спрашивали, на кого презрительно, сокрушенных духом и дальше. А здесь говорит, с кем я пребываю? Господь говорит, ты на высоте небес и дальше. Во святилище и с сокрушенным сердцем, что Бог на небе, сущий на небесах, сектанты все признают. И что с сокрушенным сердцем тоже признают. А посередине написано и во святилище. Скажите, что такое святилище? Не знаю. Храм, который Соломон построил. Храм, в котором были изображения даже нечистых животных и львов. Но слава несравненного Бога в виде облака наполнила так, что избранные люди, священники, не могли стоять выше. Бог принял. Не нам судить. Неправильно сделали, но сделали, как на горе было показано. Вот и ответ. Надо широко, масштабно мыслить категориями Священного Писания. Вот тогда будет все понятно. Покажите ваше святилище, баптисты. Нету. Пришли к одним харизматам, она давай плясать. Я говорю, почему? А Давид перед когда несли ковчег, я говорю, а вы какое отношение к нему имеете? А как какое? Ну, радостно. Нет, у вас ковчега нету, это самое первое. Дальше надо двигаться, чтобы с ковчегом были. Он один раз плясал перед ковчегом, что к нему переносится там, где Авидар стоял у Риги, оттуда понес. Он даже уничижил его Мелхола. Он говорит, еще более унижусь перед служанками, потому что меня Бог избрал, а отца твоего Саула отбросил. Надо уметь разговаривать. Баптисты спорят очень часто. Я говорю, вы хорошо знаете, что такое прообраз? Ну и дальше. Суббота что прообразовала? Ничего. Суббота конкретно. Она указывала на воскресение Христово. Покой наступил, когда Христос кончил проповедовать преисподней. Сей день ниже сотвори Господь, возрадуемся, веселимся он. И какой день? Какой возрадуемся? Молчок. Я говорю, жена, когда рождает ребенка, не помнит себя от радости. Когда родился новый мир? Творю все новое. Где? В воскресении. Все. Ни одного субботника не осталось. Вы знаете построение Духом Святым Священного Писания, как, в каком виде, это вполне достаточно. Даже я толкования не буду говорить, но, однако, вкладывать буду смысл святых отцов. Ну, один раз услышал где-то, запиши, прослушал, говорится, и дальше пошел. Почему одно и то же повторяем-то? Вот здесь сказали об этом. Да, действительно, это место есть, что и отца, и отец пришлет, но и сказано, что и от сына. И спорить совершенно не о чем. Повторяю, я 55 лет миссионером и проповедником прошел. Ни копейки нигде за это не получил. И ни разу нигде не спорил с католиками. Ни разу нигде не спорил с армянской церковью. Горяно-армянской, апостоличной.
ни сирскими, ни скоптами. Те, которые пять, которые имеют рукоположение. Все остальное по мелочи. А вот это главное. Есть священство, сектантов нету. Поэтому я с ними разговариваю, как с отпетыми еретиками. И принимают. Вот то-то и удивительно. Бог полагает. У меня программа есть, как всех их обратить сразу. Я это... Даже избрали бы меня патриархом, вот говорят некоторые. Что бы сделали? У меня программа целая. Я ее выставил в интернете. Патриарху послал. В первую очередь, прекратить строительство всех храмов. Второе, открыть 1000 училищ в один день. А как? Я уже договорился с баптистами. Научить молиться и научить Слово Божие любить и проповедовать. У вас есть такие проповедники? Есть. Православие не задевать. Сколько? Самые хорошие. 1000 можете? Они говорят, можем. Все, я пришел патриарху и говорю, 1000 училищ открываем сегодня. Меня, говорит, иди-ка ты отсюда. И все. В любом деле у тебя должна быть такая программа, чтобы она была выполнимая. Вот Осипов сказал, а он, Алексей Ильич, он не может создать даже 10 человек, чтобы не дети имели, детей имели, они вот как у нас, когда занимаются, посмотри, как они одеты, как они поют. Они не могут создать нигде, ни одной общины такой. Это сегодня они уже это понимают. Вот весь ответ. Ты маленько прикинь, благословенный ты у Бога или нет, а нет, так зачем ты за это дело берешься-то? От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Отошел. Еще вопрос. На вопрос. Да. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Алло, слышно меня, Сергей? Я слышу. Слышно, задавайте. Я с миром отвечаю. Я забыл, тут нажал уже. Ага. Хочу посоветоваться с вами. Вот уже 2 дня в таком смутении и смущении. Я каждый год уже несколько лет езжу в Усть-Пристань к родственникам. И там мне очень понравился батюшка. Вот, я хотела спросить, если вы знаете, фамилия известная в Барнауле. Он Речкунов, отец Никандр, настоятель в храме в Пристани, в Усть-Пристани. Вы знаете таких Речкуновых? Нет, у меня Речкуновы есть знакомые, близкие очень, но только священников там нету. А, нету? И что? Так вот, мне очень понравился, и проповеди его нравились, и вообще понравился батюшка. Так вот, вчера я увидела на ихней группе, они выставили фотографии, он крестит в Ущерише людей и детей там, целая толпа их стоит в каком-то зале, просто в какой-то чашке. Чашка, и он вот так голову им рукой, вот как будто им моет, только шампунь еще надо ему принести, вот как будто моет вот так им голову, и все, и такая радость, и такое там ликование у них. Это меня так смутило, что я даже поставила 2 комментария, на которые мне ответили, и вышла из этой группы, и я вот не знаю, как мне поступить, или что-то ему сказать, или вообще вот так оставить его, не хочу вообще вот даже разговаривать. Но люди-то, которые крестятся, они с полным погружением, нет? Только так стоят, так... а голову мочат? Мочит в чашке, какая-то чашка, ну, вот такая, для окропления. Отойди, чтобы тебя Господь вместе с ними поразил. Спаси, Господи. Кощунники, кощунники, другого слова нет. У меня один и ответ. Выставили. Пираты захватили корабль. И эти фотографии, вот там такое ликование у них, и я оставила комментарий. Так, Елена, я ответил. 48 главе, 10 стихе, книга пророка Иеремия. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Василий Великий говорит, великой беде надлежит быть, если в крещении что-то будет упущено. А самое главное, это что? Вера и погружение в воде. Они песком, слюнями там, глупости всякие огородят, неверующие, веры-то нету. Страха-то Божия нет, а это начало мудрости. Сектанты, еретики, все в полное погружение крестят. У старообрядцев ни одного человека не было за 300 лет, чтобы не был погружен. Даже бабка крестит какая, и то полное погружение. А это просто очумели, по-другому не скажешь. Безбожники, попы. Он иеромонах. Сергей, можно добавить немного, буквально? Да. Дело в том, что у меня брат есть на Урале, Андрей Смирнягин. И он там проводит курсы у оглашенных. Ну, так называют оглашенных. Там буквально 2-3
2-3 беседы, и все, они подходят к крещению, батюшка их крестит. Это он как-то сидит перед ними, под этими людьми, и говорит им Слово Божие, проповедует им. И говорит, я вот в одном, говорит, был приходе, и в том приходе говорил о жизни вечной. И говорит, смотрю, говорит, а они, говорит, не верят, оказывается. Спрашиваю, он говорит, а мы не верим в жизнь вечную. И когда он эти слова произносит, и в этот момент, я это видеоролик у него есть в Одноклассниках, смотрю, говорит, на них, а эти люди, которые перед ним тоже сейчас сидят, они такие, тоже на него так смотрят, он говорит, что и вы, говорит, не верите? Вот и все. Вот кого и подходит к крещению. В житии святых об этом говорится. Это там 530-е годы уже было, христианство было. Епископы потеряли веру в воскресение из мертвых. И поэтому Господь семь отроков ефесских усыпил, там и через 120 лет, кажется, или через 300, разбудил, чтобы они рассказали, что все это есть. Вообще потеряли веру. Их копни дальше-то, они неверующие. Как так? Вода рядом есть, и почему без погружения-то? Все еще делаешь-то? Это погребение. Раз он не умер, значит, он не умер, он только какой был, такой и есть. Крестились в смерть. Да Христа-то полностью туда, в пещере-то был, ну да. Ну, хоронят-то как? Кверх ногами, как крестили сейчас, говорят, а у него попка наружу. Да где ж так хоронят-то? А только в мавзолее так, так выходит по образу мавзолея, кто там лежит. Вы доведите им до понимания, тогда они маленько сдрогнут. Но я оставила комментарий там под фотографией и написала, крещение – это погружение, а мне доверенное лицо этого батюшки написало, но иногда при определенных условиях можно и так крестить. А я про себя думаю, как, река Обь, Чирыш там, ну да что ж такое-то? Три условия только одно. Первое, три условия, Лена. Да. Первое – клиник, его перевернуть нельзя. При смерти человек лежит раздавленный, под машину попал. Второе, в тюрьме, где ни посуда, ничего нету, и то должен раздеться и трижды возлить, то есть три ведра на него вылить надо, чтобы полностью весь был мокрый-то. И третье, в плену у татар, татаро-монгольская ига, в степи, где нет воды. Все. То есть там по-другому нельзя. А здесь главное, ну вот другое, да нету, обманщик. Как это нет? Вот вода, в этой же воде тут баптисты, адвентисты, все крестят полное погружение. Обманщики, попы. 50-е правило гласит, если не три погружения, да будет извержен, апостольское правило. Вот этого достаточно для них. У нас такой материал, даже вообще, 136 свидетельств приводится. А у них ни одного нету. Безумие. Хуже всех еретиков. Так, все, тему можно закрыть. Елена, больше да, нет, я тему не надо. Они рассказали. Вас. Да, он про вас знает. Я ему сказала, что я знаю вас. Но он дальше не стал даже тему развивать. И кто его спрашивал, кто такой Лапкин, он говорит, это вам не надо знать. Я удивилась. Я всем сказала про вас. Но он и запретил, наверное. Ладно. Спаси Христос. Аллилуйя, отошел. А можно вопрос? Вопрос можно? Говорят, любой может задавать, потому что сейчас прошел. Да, да, можно. Не спрашивайте, задавайте. Когда час проходит, прям сразу. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, а вот мы, христиане верующие, нужно нам учить соборные апостольские правила? Их где-то там 900 с чем-то. Ну, 900 ты не найдешь. А 719 найдешь, потому что декретали Юстиниана старшего убрали. Тогда 989 было правил. Ты даже придет к профессору Осипову и скажи, сколько правил в церкви, сколько нарушается. Он не ответит никогда. Я же не знаю, что я и точно знаю, он не ответит. Но если ответит, только мои материалы, если у него были. Я 3 года специально занимался, кроме Словом Божьим и канонами. То есть нужно ли их нам всем учить? Должны знать. Берите, считайте. Никакого запрета на это нет. Спаси Христос. Слава Христу. И тут у нас продавали. Я не знаю, почему сейчас нету. 70 лет не было ни одной книги. А я от руки ее переписал, перевод сделал ей. Потом симфонию на нее давай составлять.
То есть основательно, до конца знать, кто переводил, как, с чем были вызваны эти правила. Я вот приезжаю в Москву, там такие знатные люди, да епископа. Я говорю, канон Андрея Критского, а чем он вызван? Почему он только для оглашенных? Как для оглашенных? Другого никак нельзя понять. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. У него нету ни благодарности, ни словословия, а это молитва на три ступени. Они вот такие глаза на меня делают, как говорится, в разбежку. Ну, вы согласны? Ну, да. А почему же не делаете? А чем вызвано-то? Я говорю, он, будучи архиепископом, подписал анафему 6-му Вселенскому собору. Да вы что? Вот. Да к вам еще не преподают? Ну, я академию кончил, там, какую-то диссертацию защитил. И это не знаешь? Нет, не знаю. Я в другом месте говорю, вот если сильно человек плачет, женщина аборт сделала на 10 лет, отлученная от причастия. Но если она горько плачет, и видно будет, тогда епископ имеет власть одну треть скостить, убрать, одну треть. УДО называется, условно-досрочное освобождение. Тоже не знают. Я даже не знаю, где они еще не знают-то. Во время разговора мне пришлось один раз в синоде быть. Там пришли люди, и что-то там требовали, я не знаю, я в это время занимался другими книгами, но краем уха только слышал. Они когда вышли, ну и что теперь делать-то, уже неправильно сделали-то, там епископ виноват, митрополит. А я слышал, говорю, нет, они не правы, а вы поступили, да как-то тоже. Я говорю, как? Анкирский собор, правило такое. Второй Вселенский собор, говорю, правило вот такое-то, номер называю. Посмотрите, они посмотрели, а они не ушли там, муж с женой пришли. А ну-ка зовите сюда. Они им выписали на бумажке, все сделано правильно. Никакой суд тут ничего не поправит. Он тогда мне и говорит, епископ, ты, говорит, ты никуда не уходи, тогда сиди. Вы еще их наизусть знаете правила? Ну, не наизусть, но знаю маленько. Вот сейчас, говорит, еще жалобщики пришли. Я сижу, он епископ. Секретарь там и прочее. И он до того удивлен был, что правила можно знать, ну, что Библию они поняли, что я Библию считал. И все вопросы были разрешены. Мирным путем при том. Правила-то даны для нас, для жизни, не для смерти. А их как огня боятся, потому что по правилам-то не входим. Ну и не подтягивай правила к себе, а ты к ним иди. Ты. Вот мы сказали, вот у нас нигде нету торговли. Торговля запрещена. И у нас нету. С тарелкой не ходят. Совсем, совсем. Ни одного раза никто не ходил. Все, что делается, все бесплатно. За все таинства, там, заказное, нигде ни копейки. Ну, уже 27 лет у нас существует общины. Две. И нигде. И все нормально. И мы показали, что это можно. И никто к нам в брюках не зайдет. Даже спрашивает, а вы как? У вас с брюками за это не выводите из храма? Я говорю, нет. А почему? Потому что мы их не запускаем. Вот и все. Но надо начать делать. А ничего не делать, ничего и не будет. Я просто говорю, хвалюсь моим Господом. Мы начали с нуля. Деревня это был пустырь. Пустырь. Одна крапива. Деревни уже не было 20 лет. Таких сел у нас в России 21 тысяча. Ну вот говорите там, который один с Америки, другой с Израиля, там получаете гражданство, начинайте возрождать. Это ваша Россия. Чего вы там толчете в чужой стране-то? Считайте, книга пророка Исаия, 13 глава, 14 стих. Каждый побежит к своему народу. И начинайте. Мы с нуля начали. Лопатой копали землю. Лошадь купили, корова первая. И дальше все пошло. А теперь уже техника, трактора и работает. И интернет в домах. И школа государственная. И учителя все православные. Учеников не хватает. Два ученика, три учителя. А было 26. Выросли. А дальше в городе, в университетах учатся. Ну, начинайте что-то делать-то. Ну, да, вот это хорошо, и все, и продукты хорошие, и все хорошее. Ну, начинайте. Повторяю, 21 тысяча еще заброшенных сел. Наш устав вам не нравится. Свой составьте. Но чтобы мы строим на православных, христианских, старинных, благочестивых обычаях. Вот как звучит это. И этот устав в краевом отделе юстиции. У нас все официально. Вот. Так что, ну, поговорили, так ты дальше-то сдвинься с места. Все знаешь, говоришь, ораторствуешь, а с места ничего не сдвинул. Ты попробуй, сколько будет. Сколько раз я был в прокуратуре краевой? 30 с лишним раз. Везде надо очередь выставить, дождаться, завести знакомство. Там одолевают соседи за 15 километров, по деревне коров пасут. Все у нас топчет по огородам. Добились, все сдвинули.
А то ничего нельзя сделать. Я отвечаю, еще не начинали делать-то. А начни, да и получится. Как один, интересно, братья Бондаренко там пишут, как в виде сказок. Один сказал, а можешь ты это сделать? Ну, он там, сложное дело, отремонтировать пистолет, говорит. А мы, говорит, начали дуги гнуть, говорит, не хуже, чем у ярославских мужиков получилось. Вот это ответ. Ну, ты начни с малого. С малого. Девочка маленькая на коленях, чтобы была в платке. Ты посмотри, как у нас дети одеты. Не по-старобрящески, не замужем, полголовы открыты. Я вот вижу, которые у нас здесь сидят. Вон Валентина с Катериной сидит. Я вижу, Оленька он сидит. Вот все. Вон Надежда Васильевна, Наталья тут усатая. Она не усатая, так и досталась ей фамилия мужская. Но... Ну, вот я сейчас еще посмотрю, кто-то есть. Игнатий Тихонович, а можно сказать? Да, конечно, Наташа. У моей мамы девичья фамилия Янаки. А я когда читала Библию, начала сначала читать, так эту фамилию нашла там в Библии. Янаки. Это... Что-то не понял, не последнее слово. Какое? Я говорю, у моей мамы девичья фамилия Янаки. Это по дедушке, но по... Ну... По стороне отца, вот они усатые, они полуукраинцы, полуполяки, полухохлы такие, как бы. А, понял. И у всех у них усы такие длинные, большие были, такие, как дворянские. Я даже в гугле как-то зарядила. Бороды нету. Ну что поляки. Это? Что это? Что это? Коты какие-то с усами. Остригли бороды у комиссии, которая пришла соболезнования делать царю Мавицкому Наасу о нем. Борода, мужская борода. А у мамы усы? Моей фамилия девичья Янаки. В Библии есть такой Янаки. Я когда читала начало Библии... Не важно кто. Не трожь бороды. Не искажай образ Божий. Человек, который не бреется, он подражает Богу. Богу, установившему это. Который бреется, он подражает миру этому. Это мирской человек. Ну, посмотри, вот у нас сколько здесь. Ну, может, новые какие-то тут люди пришли. Ну, в большинстве-то, я гляжу, все... И Вячеслав, он, и Евгений, все с бородами. Какие? Какая борода есть? Бог дал ее, знак власти над женщиной. Игнат Тихонович, я правильно понял, что есть перевод апостольских правил на русский язык у вас? Да, конечно. У меня не просто есть, а у меня митрополит лично написал. Вон, я могу даже поднять и показать вам ее. Так, минутку. Буквально сразу, пока говорите. Сейчас я... Такое не может похвалиться и патриарх, что у меня есть. А в электронном виде есть, Сергей, не знаешь? Не знаю. А то что же, я похвалился и нету. Что именно в электронном виде? Ну, апостольские правила там, вот эти все. Есть, есть. Виталий, а ссылку бросьте, пожалуйста, ну, в чат. У меня есть апостольские правила. Я не знаю, вам видно или не будет, посмотрите. 85. Посмотрите, видно, нет? Видно, видно. Вот смотри, это каноны или книга правил святых апостолов, святых соборов, и дальше вселенских и поместных, и святых отцов. Издание второе, полное, Монреаль. Книга правил, печать. О, как мне поставил митрополит печать свою. Я не знаю, видно или не видно будет сейчас. Вот. А дальше... Он мне написал, вот смотри, своей рукой написал. Я сейчас прочитаю, что написано. Называется «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Игнатию Тихоновичу Лапкину даруется сия книга правил ради его миссионерских всесторонних трудов во славу Божию и на укрепление и защиту православной веры в Российской Православной Церкви, митрополит Виталий, первый иерарх Русской Православной Зарубежной Церкви, Кирио, Пасха, 1991 год, Кирио, то есть она соединилась с Благовещением, 7-го была. Вот у меня, ну, особое такое разрешение от него, там, грамота, тут она у меня стоит в Mail.ru, на первой странице, на всестороннюю проповедь, благословенная грамота. А я и не знал этого, они знали, обо мне молились, когда я еще был в тюрьме, в лагере. Они очень хорошо помогали.
помогали там книгами. Это добрые люди. Вот так, пожалуйста, у меня есть эти, эта книга одна, моя, дарственная. А кроме того, там еще у нас есть, там я просто в библиотеке есть. Когда я поехал в Америку, я ничего не понимал. Я не знал, что такое доллар или что. И вот назначили, я что-то забыл даже, назначили встречу со мной. Везде вывешили там объявление, Жандонвильский монастырь. Его, кажется, Почаевского называется, во имя его. Ну и там люди были всякие разные, корейцы, китайцы им переводили где-то. Я обидел поляков там даже, сказал, Иринарх Ростовский говорит, что бесы – это ляхи, ходят по Москве. Я его фразу, они приняли, как будто бы я их обозвал так. Это нет, не я. И один подошел ко мне и говорит, а вы примете, я вам чек выпишу. Я не знаю, что такое чек. Доллары в руках не держал, не знаю. Он подошел, отошел в сторону и мне сразу выписал 5000 долларов. Я когда вернулся в Россию, я знал, их надо идти там в одном месте разменять. Разменял и где-то около 10 библиотек создал. Библиотек. И в каждой библиотеке книга правил была. В Москве. Вот правильно, неправильно сделал. Но мне так на сердце было положено сделать это. Ну, а потом полный КАМАЗ, сетки рабисы, по 50 топоров, пил там, что можно. Ну, деньги все и вышли. Бог знает нужду и делает так. Ну, зазомбировал я их там всех, как эти попы говорят. Игнат Тихонович, вот в раю было первое благовествование, что семя жены сотрет главу змея. Вот расскажите об этом поподробнее. А что непонятно? Вот Христос как раз это и сделал. Иоанн Златоуст говорит, сатана взял трезубец, ну вот как вилы, только с жабрами, как вот ударить, чтобы рыба не соскочила. Этим трезубцем, ну и там вот у бандеровцев там этот знак теперь такой есть вроде бы. И сатана взял трезубец, говорит, ты ударил. Как? Ну и погубил человечество. Дева, древо и смерть. Дева Мария, древо познания добра и зла и смерть Адама. В Адаме все умирают. Но Христос, говорит, вырвал у него это и ударил этим трезубцем. Дева, древо и смерть. Дева Мария, древо Голгофского креста и смерть Христа. А во Христе все живут. Попробуй так сказать. Это святой Иоанн Златоуст сказал. Вот так и есть. Сотрет главу его, то есть размажет его. Но он говорит, будет жарить пяту. Что ниже всего к земле, к земляному? Пятка. Мы на пятку наступаем и перекатываемся. И змей тебя будет жарить туда. В пяту, где мы с земным соприкасаемся, к земному привязаны. Через богатство, тщеславие, грамоту, обучение, женитьбы. Вот тут сатана и жарит. Особенно через женщину. Главная ядовитая, самая ядовитая тварь – женщина. И нашел я, говорит Соломон, Экклесиаст, что горше смерти. Да куда ж горше-то? Еще горше смерти. Соглашусь, в случае на кровле жить с медведицей разъяренной, лишенной детей, чем со злой женщиной в пространном доме. Я к тому говорю, что через нее как раз пришла смерть. А поэтому ей сегодня дано спасется через щадородие, если прибудет в вере и любви. Вот один раз прочитай, и все. Вот у мусульман, каждая мусульманка знает, что задача ее – подарить Аллаху 5 сыновей. Каждая. Девчонка маленькая совсем. А какая цель? Аллаху 5 сыновей подарить. Она знает. Она сохраняет себя. Она не истерзанная чужими руками. И мы должны это применить у себя с благоговением. Вот ответ это вам, Виталий. Игнат Тихонович, а вот Авель и Каин, Авель приносили жертву. Откуда они узнали об этом вот обряде, или как сказать? Ниоткуда. Вот... Ниоткуда никто им не говорил ничего. Бог положил на сердце. И поэтому у Авеля жертва была, которая прообразовала жертву Иисуса Христа. Ну, рисует художник, как Гюстав Доре, что у него кверху столбом пошло, а тот огурцы, тыквы, там еще овощи там не горят толком, там мясо-то горит. А это по земле и разослалось, не принял Бог. Ну, может быть, так и было, не знаю. Но главное, что он принял Бог, и благоухание. Какое благоухание? Мясо горит, там противно. Бог говорит, благоухание, и противно не говори. Для Бога благоухание.
А Бог говорит, я не нуждаюсь в жертве. Сколько на горах зверей, все мои звери и птицы. Но от вас я приму. Ваша жертва. А зачем древо познания добра и зла? А если бы его не было, Адам бы выпросил. Господь, дай что-нибудь, на чем я могу показать мою преданность тебе, мою любовь к тебе, мою полную свободу любить тебя. А вот только не прикасайся, не трожь. Смертью умрешь. Не просто ты умрешь, а слово «смерть». Это оно превыше того, что умрешь. Это владычица. Вот когда Наинской вдовы умер сын Наинской вдовы, Наина это по-нашему, Наина была Иосифовна, вот, у Бориса Николаевича Ельцина жена, я так понял где-то. Это означает красавица. Так или нет переводится, там где у нас Евгений-то? Город Наин, это красавчик. Евгений. Да, Игнат Тихонович. Ну вот так это, я беру-то это от Иоанна Златоуста. Вот, и когда он шел, то к гробу прикоснулся. А вообще к кадру-то не прикасаются. Кто несет, одни будут там нечистые до вечера. Почему? Встретились два князя, князь жизни и князь смерти. И дальше что произошло, мы знаем. Мне отец рассказывал, у них такое было, он рязанский. Мальчик, родители, мать одна, а отца не было, говорит, уже 10 лет он за плугом ходил. Ребенок. И потом видит, говорит, его раз нет долго, другой раз нет. А потом пришли, а он умерший лежит в борозде. Ну, его, говорит, церковь уже отпевали. И вдруг во время отпевания он пробудился и встал. А мать до этого сказала. Он, говорит, приходил домой и говорил ко мне, я не спал, думает, я спал. Нет, приходила женщина и мне многое рассказывала, что на небе есть. Я ее никогда не видел. А тут он, главное, сел. Ну, ребенок. И сел, говорит, и первое, что он сделал, говорит, начал обличать священников. Обличать. Вот как. Одна вот так крестила, бабушка пришла, а потом его привела в храм и говорит, а вот этот отец наш, Елиферий, он тебя крестил? Он говорит, нет, Елиферий, вон там под скамейкой лежит связанный, а меня такой крестил, светлый-светлый. И отсюда мысль такая, какой бы поп ни был, но ангел за него все сделает. Ну, хочешь вверх, хочешь нет. Игнат Тихонович, вопрос такой. У вас, вы говорите, что 13 лет был у вас епископ Евтихий Курочкин. Да. Вопрос такой, да. Первый вопрос. Он полностью, как епископ, разделял ваши взгляды по уставу общины, по вот как вы, по вашему домостроительству Церкви Божьей, как вы все эти годы строили церковь, вот на чем построена ваша община? И второй вопрос. Я понял, это, Евгений. Если говорить просто об общине, то когда возвращались они с Наяка, это там все зарубежное совещание было, и там один Савченко, как раз его фамилия, Санкт-Петербург, это едут они, и отца Акима спрашивает, а как они без вас? Как они там служат? А Евтихий ему говорит, у него все в порядке. Там отец Аким, не там, там все в порядке. Значит, он никогда, нигде не имел ничего против. Никак. Но было время, сильно огневался на меня. Из-за того, что отец Аким меня не приструнил, и его пообещал запретить служение, а меня отлучить. А за что? Вот у нас есть книга «К истинному православию». Три материала. Я ему послал на разбор посмотреть. Там о том, что благовестие должно касаться всех. Благовестие. Я о благовестии, статья там написана, там огненная статья. Вторая, что я говорю, любите врагов ваших, то есть не надо воевать. Я привел там Андрей Стратилат, там Ирон, другие, которым Бог сказал, они не воевали и прославлены церковью. Да только Дмитрий написал. Ну и третье было, что должно быть на русском языке о слове. К истинному православию можете прочитать-то. И вот за эти три моих материала он сильно на нас обрушился. Вы говорите, вы лжете, мне говорит, что церковно-славянский не понимают. Я дома разговариваю на церковно-славянском. Ну, я еще буду спорить. Я сказал, что не понимают. Он мертвый язык. Мертвый, на котором никто не разговаривает. Еврит оживили, идиш хоть как-то. А где масорецкий этот текст-то? Надо по-новому учить или как? Я говорю, не понимают, не понимают. Это означает мертвый. К слову сказать, тут я зашел в один церковный магазин,
А священник там говорит на меня, это вот он на меня. А тот подошел и, так вы еще считаете церковно-славянский мертвым? Я говорю, намертво мертвый. А мы дома с женой разговариваем по-церковно-славянски. Прям так и разговариваете? Ну да. Я говорю, давай, говори. За мной переводи. Я, Речкунов Алексей, стал не во время по канонам священником, а на 7 лет раньше, в 23 года, хотя сказано в 30. Он заморгал. Это не все. Переводи. Переводи. Он что-то бормотал, а я-то могу его проверить. Я специально занимался этим языком. И дальше. Я спускался к Никите. Никита, звать этого хозяина магазина-то. И нечаянно наступил на шнурок ботинок. Споткнулся и упал. И расквасил упрямый поповский нос. Ну, все. Что ж ты обманул меня, знаешь, то переводи. И ничего не мог перевести. Я говорю, поэтому не надо знания свои возвышать. Ты их не знаешь. Меня знали, что я на немецком языке тут разговаривал, в немецком собрании проповедь говорил. Но мои знания мизерные. Я с американцами беседовал. И за два часа, может, две ошибки только сделал, сам их почувствовал, где сделал-то. Но это верхушки. Настоящего знания языка, чтобы иметь, это надо очень и очень много знать. Вот как. Игнатий Тихонович, можно вопрос вам? Ну-ка. У нас на воскресной школе мы стали изучать Евангелие. На одной странице две полосы. Одна на русской, а другая на славянском, церковном. И вот мы бьемся, читаем, а тот перевод русский никто не думает читать. Вот. Зачем нам это и нужно, интересно? Я тоже. Ну, было интересно, как коверкать. Мы как первоклассники сидели там, и ничего не понятно, однако. Вот со мной спорил. Никто, звук я отключите приезжал, там. Потом стал митрополитом Ставропольским, Гедеон, митрополит. Докукин, фамилия его. А когда был в Новосибирске, был архиепископом. И мы неоднократно были с ним. Я его звал на благовестие, а у него живот большой был, он по нему похлопал, говорит, ну куда ты зовешь, тут одна требуха на себя. И вот он, когда уезжал, и говорит, в Тобольске сказал слово. Я, говорит, я не знаю, сколько он, 11 или тоже 13 лет был здесь, говорит. Все вы лицемеры. У меня только был один человек, который мне правду в глаза говорил. Вот и все. Подвел итог. Конечно, ему было неудобно, я его обличал очень сильно. Весь ответ. Как-то интересно, я к нему зашел однажды, а он говорит, тут был, говорит, кардинал приезжал католический, подарил свою книгу, и вот здесь так написано. Я говорю, что там написано? Ну, говорят, вот зон так, это день солнца. Это, говорит, в Библии нет этого, чтобы Христа, Бога называли солнцем. Я говорю, в одном месте есть. А где? Я говорю, 83-й псалом, 12 стих. Он аж попятился. Я, солнце и щит. Господь говорит, солнце и щит. Ну, да вот у меня новая Библия, берет, я ее тоже читаю, берет она с треском, там клей-то такой, этот, как сказать, деревянный клей, корешок мажется, он заскрипел. Я говорю, так вы ее не открывали ни разу. Ой, говорит, догадался ты, но я тебе ее подарю. Да я к этой книге католической не привязан, а стал хвалить ее. А я его сразу же на этом месте ну, остановил. Неправда, говорит, этот кардинал пишет. В одном месте только написано, что Бог, говорит, солнце и щит. Ты запомни где. Псалом 83, 12 стих. Она Библию меня выручает, не я ее выручаю. И когда начинает собираться там где-то даже, я скажу конкретно, ну и все на место встало. Ты не против меня-то идешь, а против Бога, против Духа Святого. Все на этом. Так, Рахиль. Как у тебя дочка-то там? Да никак. Никак, вот так. Ну ладно, молись. Молюсь. И вас прошу. Так, ну что, еще есть у кого что-то? Спасибо. Игнатий Тихонович, да. Еще дополнительный вопрос по общине. Да. Вот я понимаю все... Да, подожди, Женя, я до конца-то не ответил. Вопросов не было. По общине нигде никогда. И когда мы молились отдельно, то у нас Виктор Николаевич Савченко, он составил так называемое апостольское служение. То есть из службы, ну там, где священник, это все выбросил, и оно минут на 45. И я тогда, были некоторые, которые там начали ворчать. Я тогда епископу сразу поднес, он посмотрел, говорит, а что тут особо? Тут еще, тут все у вас правильно.
Все, не было никаких, ни разу нигде, но участия в том, чтобы создать, он никакого не принимал. Но без него мы бы не состоялись, потому что без епископа как? Его Бог дал, и когда мы, у него был, я не знаю, какой-то юбилей был у нас были, я, конечно, умышленно это сказал, в грубой такой форме. Я говорю, мы очень вам благодарны, владыка. Он такой смотрит на меня, что столько вы нас терпели, тогда уже лет 10 было, и не сожрали нас. Не сожрали, так и сказал. Вот и все. То есть у него власть разрушать, а не созидать была бы, как у епископов. Нам Бог удивительно давал епископа. Никогда поборы не брал, ничего, хотя мы, батюшка там все надо платил и отвозил. Никогда. Крайней бедности доступный. Ну, мы были очень сильно разные. Он так, биография его там пришел, с армии там, считал молитвы и прочее. Но у него газета какая-то выходит, и он все-таки себя не мог пересилить-то. И там написал, я вот был сейчас в общине Крестовоздвиженской, Свято-Анфимовской, ну и про меня говорит. Вы знаете, я получаю там такой заряд, говорит, на весь год хватает мне. Я, говорит, везде бываю, вопросы задают, отвечаю. А у вас, говорит, я как в подвешенном состоянии. То есть такие вопросы, к которым надо готовиться. Я ему как-то дал напечатан мои стихи на листиках где-то. Он до утра читал, сидел. Говори, Евгений. Ну, у меня такие два краткие вопроса. Первый вопрос, что вы уже отвечали, но просто еще как раз подтверждение хочу как для себя получить. Вот люди хотят создать общину. Получается, с ваших слов вы как-то сказали, что не надо искать священника, священник вряд ли на такое пойдет, потому что у него там много страхов, он там перед начальством, ему очень трудно. Надо искать среди мирян, да, то есть активных таких мирян, и среди них как бы, ну, пытаться вот путем методом вот такого кружка по изучению Библии создавать вот такой костяк, да? То есть священника не искать. Вот тут у меня уже не один обращался это. С Австралии, я гляжу, Склиренко Николая не вижу. Вроде он был и нету. Нет его здесь. Нет. Наверное, вышел. Начинать надо сначала. Программа есть. У меня книги 30 томов открытым оком. Третий том. Третий. Ну, здесь прямо на наш сайт зайди, и ты можешь скачать ее даже. Третий том. И там есть отдельная глава, называется «Пособие по изучению Евангелия от Марка». Пособие по изучению Евангелия от Марка. Сколько человек, как говорить, как вести, как отвечать. Там разжевано все. И вот найди одного человека, одного хотя бы, пусть жена твоя будет. Начинай с ней работать. А потом выходишь из храма и приглашай к себе. Ну, заранее что-то приготовьте, покормить, чтобы можно было. И ты увидишь, как души начнут раскрываться. Они скажут другим. Вот где бы ты ни был, вот если бы я не отправлял людей всех в Московскую патриархию, я не переоцениваю свои возможности. 600 общин Господь уже создал бы, только через меня, через одного. Ни одну, ни две, 600. Но я нигде на это не пошел, а всех отправлял к местному архиерею, и дальше все гибло. Но я делал все абсолютно по ранжиру. Игнат Тихонович, ну зачем вы так делали, если там все было разрушено? Вот как-то мне непонятно. Виталий, я сказал, ты сам додумайся теперь, почему. Вот тебе обстановку ты знаешь, и почему я так делал. Несмотря на это, все еще на меня нападает где-то. Я сделал так, как положено. Лучший священник, чтобы не знал. И беседовали как. Я говорю, лучше, чтобы с первого дня сказали, батюшка, мы начинаем занятия, вас приглашаем. Я никогда закулисно нигде не работал. Всегда открытое забрало, иду на «вы». И меня Бог обильно благословлял всегда. Вот мы приехали из Новосибирска в Барнаул, мы там жили. Ну, я... Один храм был Покровский, только вышли, паперть высокая, стали бабушки подходить, ну, тут нельзя разговаривать. Я вниз, давай, спускайтесь, там поговорили маленько-то, так? И одна особенно припала, Надежда стала говорить, да ты как Богородица, то другое. Мария Федоровна Медведева. И она нас к себе пригласила. Я говорю, своих подружек, бабушек, пригласи. Она сразу пригласила, может, человек 10 или 20. Все. И дальше стало распространяться. Священники сразу ополчились на войну. Никакого значения не имеет. Я им не даю повода. Никакого. Я их сразу пригласил. Пойдемте к Марии Федоровне. Она прекрасная женщина.
прихожанка отличная. Ну, а дальше они не идут. Они злословят, а понимают, правды там никакой нет. Они нас прозвали златоустовцы. Златоустовцы. Однажды настоятель вышел, подумайте, люди до чего додумались, у нас появились люди, которые говорят, что нужно жить не по плоти, а по духу. Да кто когда так жил? Зашел, а там наши, ну, наши близкие нам, московские два священника, один московский был, Пристая Михаил, фамилия его. Вот. Они говорят, батюшка, ну, они в его подчинении, так так написано у апостола Павла. Да вы что? То теперь нас учат архиерею опять. Вот такое вот. А ты его успокой. Нам нужно, чтобы все было по канонам, мы православные. Это великое звание христианина, да еще православного, выше тебе на земле уже ничего не найти. Я не жалею, что всех людей посылал в московский патриархат. Посылал по чину к священникам, признавая ее благодатность. Игнатий Тихонович, такой вот второй вопрос у меня был. Вот я как-то задавал вам еще уже вопрос о том, чтобы вы рассказали о покойном священнике отце Александре Пивоварове. Он такой был деятельный человек, насколько я понял, по его, так сказать, биографии. Я так понимаю, он создавал еще там, когда еще при советской власти, такую подпольную школу, так сказать, школу на, по обучению на измеряно-священников. У него такая как бы была подпольная школа, и он выдвигал кандидатов на священники. Так я понимаю, было, да? Да, один из них это я. Мы три родных брата, у него дома учились. Дома, дома, нигде он ничего больше не делал. И был ли он до нас и после нас, тоже не знаем. Первый должен быть рукоположен я. Когда мы окончили, он преподаватель, кандидат богословских наук. Голос там, труба иерихонская. Но тщеславия никакого. Вот мы едем на богослужение. Там, кажется, Воскресенский собор-то. А он говорит, а вот сегодня евангельское чтение такое. А что бы вы сказали на это-то? Ну, едем, я начинаю там ему говорить. Я на проповеди, я говорю ему. Он выходит и повторяет все это. Так бы сказал, что он обо мне подумает, я его слова говорю. А я все время к проповедям готовлюсь. Нигде не говорю, но все время готовлюсь. У меня при том мышление такое не отрывочное о чем, а у меня прямо словами, предложениями можно записывать, печатать и готовая проповедь. Ну, просто Бог дал мне такое, ну, рассуждение. Самое маленькое что-то дело, оно у меня слагается, как будто я пишу. Вот. И вот я его знаю не понаслышке. Великий талант. И он, когда был Болотное здесь, в Новосибирске, название этого, ну, района, какой центр, мы у него там были. Мы молились вместе. Одни свечи горели после службы, приходили, падали и молились. А я ездил с магнитофоном, большой магнитофон, ну, от электроэнергии. И с собой катушка, как вот у телефонистов в Первую мировую войну. По всему храму распускал провода и все равно запишу. Говорили, нельзя, запишу. И у меня еще лежит сколько его проповедей, которые не раскрыты, еще не оцифрованные нету. Думаю, что больше в архиве ни у кого нету. Когда он приезжал сюда, он тайно ночью приходил ко мне, мы были вместе. У него удивительный человек. Какие там обвинения в его адрес, меня никогда это не касалось, никогда. Для меня он был, ну, тот, кто он и есть. У него отец, он Александр Иванович был, а отец был очень ревностный. Второй брат у него Борис. Тут у нас есть академгородок Новосибирский, он там священником. А Борис, он против меня идет. Что он на меня, я не знаю. Ну, прямо, как это, еретик я и прочее это. Поговорили, а я возьми да скажи ему, говорю, что бабки-то как слепые по стенкам-то ходят, как мухи. Ну, расскажи им икону, зачем ходить-то, икона-то, там, будет лежать на аналое-то, и все. И он тут же, кажется, 96 страниц, он, магистр богословия, против меня Игнатий иконоборец, и принес к архиерею, к этому Гедеону. А тот ему, отец Борис, не делом ты занимаешься, сожги все это. И он при нас сжег это все. Вот видишь как, помощь пришла с той стороны, и больше он ничего не мог сделать. А отец его был ревностный очень, у отца Александра-то. И его обвинили в убийстве коммуниста. Его посадили, но потом оправдали, отпустили.
И он только говорил, что вас ждет, Иуда, вы священники, все продали. Ну и своих детей-то оба священники, а дочка там тоже за священником еще была. Он их сильно обличал. Я говорю про отца Александра. Не отца, а его отца. Ну вот, кто-то в машине, там машина в машину стукнулись во время тумана, и пожар был, и он там сгорел в машине. Для меня это была огромная потеря, хотя в последнее время мы уже не встречались. Он был в Кызыле. Там он отбывал за то, что литературу какую-то доставал, он, видимо, сам не печатал. Ну, молитвенники там, такое простое. И приписали там это финансы, и ему, я не знаю, сколько дали, 3 года. Что я больше могу сказать? Талант. Талант, большой-большой талант проповедника. Вот у меня, я говорю, даже сейчас не знаю, где они находятся, в каких местах проповедь. Я записывал всегда его. Игнат Тихович, получается, это все было на дому, да? Это вы обучались не где-то да, какая-то... Да, на дому, в его дому. В его. У него и отец Геннадий Фаст тоже с вами, да, был, он обучался? Не был, он с нами не был. Отец Геннадий отдельно пришел. А как он обучался, подробности я не знаю. Отец Геннадий еще говорит, это колос. У меня... Что мое сравнивать? У меня ничего нет. Он преподаватель Томского университета, закончил семинарию, академию, магистр, сейчас доктор богословия. Такие книги вышли. Я называю книга «Столетие», толкование на песню песней, 800 с лишним страниц. Все раскопал. И особенно он там по еврейской теме много пишет. Там кто, какие переводчики были, почему и как. И он где бы ни говорил, он обязательно помянет, где он обратился. Вот в моем доме и прочее. И Бог его обильно благословляет. Были такие, которые, чтобы священника дали, им поставили условия, чтобы со мной не знались и поносили, видимо, условия такое. И они поднялись, у них ничего нету. Обрезанное, потому что ничего нету. Да я и до вас все знал. Знал, Господь как будто отрезает до нашей встречи, а там ничего и нету дальше. Пустота. Отец Геннадий везде рассказывает, как он обратился. Какая была беседа, тем более, сейчас я не могу сказать, надо посмотреть, в какой-то 9-й, что ли, том у меня открытым оком. Наша беседа записана, последняя, к которой он обратился, записан в магнитофон, и теперь в Word ее перепечатали. Он был у баптистов, меннонит, а потом там с пятидесятниками получал у них дух, говорение и прочее. И он все это говорит, и все записано, дословно. Я слышала это. Игнатий Тихонович. Ой. К слову сказать, он приезжает скоро к нам. Кто? С матушкой. Отец Геннадий. А. Да. Ну, все, все. Ждем. Это Фас приезжает, да? Да, да, с матушкой приезжает. Ну все. Значит, ну вот я рассказываю, как есть. Больше еще я скажу-то. Проповеди, встречи какие были, никаких тайных заговоров у нас не было. А остальное, что было где-то не так, ну, а к чему это все? Он уже умер. Его допрашивали, когда меня посадили, и пленки, которые я давал, и что-то он там говорил, ну, говорил не так, как бы я хотел. То есть, ну, можно было умолчать об этом, если только говорено было, касающиеся важных дел, которые, они там оказались открыты, я читаю, вижу, что он об этом говорил. Ну, а сегодня что говорит? Да благословит его Господь, и Царство Небесное. Игнат Тихонович, вы это видеоролики, собрание смотрели, это я пропустил. У отца Якима-то, у вашего брата, жена есть еще, живая, да? Конечно. Что-то я, что я, почему я не вижу? Кто она, как ее зовут? Матушка у него? Как? Ну да, как ты ее не видишь? Она вот когда бывает там, видишь, в храме сидит сзади, и когда снимают, видно ее... Когда... Как я пропустил? Ну, я не знаю, как. За руку водить ее не буду. Она агроном у него. И она что-то сотрудничает вроде с местным институтом, аграрный университет, что-то с семенами тут. Она трактор, ее по-другому не назовешь. Она никакого... Один огородчик не могут посадить, она всегда огорода 4. И все у ней растет. Людмила, а у отца Якима дети есть? У него дети есть, у отца Якима? Ты по делу спрашивают, а тебе какая разница-то? Что, налог высчитывать будешь с него? По делу, по вере, что это. А это ничего не дает. Так, вопросы.
Игнат Тихонович, так есть в электронном виде в интернете на русском языке правила апостольские? В интернете я не знаю, но у меня вот оно на русском языке. Это на русском. Тут главную роль издавал, кажется, Григорий Граббе. Такой был то ли князь, то ли барон. И потом он стал этим епископом зарубежной церкви. Это он. Мне говорили, из всех самый умный такой был. Ну, граф. И будто бы он, то ли о нем говорится, я мог даже об этом, принимал участие в этой, ну, сопротивлении там немцам. Но что Антон Блюм точно принимал. Но его не расстреляли. Игнат Тихонович, еще такой вопрос. Значит, отец Яким Лапкин, ваш брат, он учился как бы в начале, как в этой подпольной школе у отца Александра Пивоварова. Но потом-то его же рукополагали. Он потом где-то в Московской патриархии там учился, он еще что-то доканчивал или же нет? Закончил семинарию. Семинарию закончил, полный курс. Потому что поставили правило такое, чтобы все были с образованием-то. Но ему было легко очень. И он уже был священником и учился, закончил. То есть самое идеальное вот так, чтобы священники такие были, вот такие благодатные, как отец Геннадий Фаст, это только в общинах может образовываться, да, такие люди. То есть вот сегодня то устроение, которое есть в храмах, фактически такие люди благодатные, оттуда им трудно появиться таким людям. Поэтому мы видим у священников таких. Откуда, если они из этой среды все выходят, а среда-то не общинная совершенно? То есть это нужно совершенно другое устройство. Невозможно. Та среда, она не может воспитать таких людей, она не может просто дать. Это бесполезно. Можно искать, и искать, и искать. Получается, отец Геннадий Фаст, та благодатность, которая есть, он не в той среде ее получал. Он уже и принес ту среду, в которой уже она была. В начале вот это вот благочестивое воспитание у меннонитов, а потом вот это ваше знакомство, вот через вас он пришел, и потом вот все это общение с отцом Александром Пивоваровым. И потом уже он обучился и стал священником, но ту благодатность он уже имел, как вот эти качества священника. То есть, получается, Московская патриархия, она выдавала, мы видели бы очень много таких священников, а мы их не видим. Но есть такие исключения, там вот отец Андрей Кураев, мы видим, что-то он пытается говорить, и как-то он пытается что-то, но трудно ему, вот, но он из той среды, он как бы не из общины среды пришел. Андрей, я говорю, Андрей, Евгений, а ты себя к кому приписываешь? К молчанам или ты мог бы начать делать конкретно? У тебя рассуждение все хорошее, но мне кажется, что ты слишком мягкий для этого дела. Ты как-то делаешь какие-то оговорки. Я немножко в языках разбирался. И вот как интересно. Вот немцы, как? Ну, разговаривает и говорит. Тот мешает, и замолчи. Немец не будет говорить. А японец скажет, я хотел бы сказать, будьте добры, сейчас не постарайтесь не разговаривать. Он вот такое. А по-немецки, гальтемауль, заткнись, и все. Все на место встало. Язык команды. Верующим надо уметь маневрировать, на каком языке и с кем разговаривать. Гальтемауль, все понятно. Закрой пасть. Что вы имеете в виду насчет меня, насчет меня? К тебе, конкретно к тебе. Ты столько всего знаешь. Не бойся обидеть какого-то священника. Не бойся, что это там, говорится, половики истопчут. Вот сейчас пойдешь там, ну, рядом с тобой хоть кто-то молится, и ты тоже помолись, пригласи его домой. Начните двое, дело пойдет. Я еще ни разу не видел нигде, чтобы начинали делать, и ничего не получилось. Если только ты до конца будешь верен. Мне кажется, ты слишком мягкий. Прям такой интеллигентный, ну, даже чересчур. Ну, я осторожен в своих действиях, понимаете, потому что можно пойти, и вот так вот, и все, и тебя тут же скажут, все, не приходи, и так далее, и все. Ну, знаешь, Евгений, если бы ты был рядом, ну, может быть, что-то усмотрел бы, как я разговариваю, как так? А как вы высчитали, почему тому так ответили, почему этого не пригласили, а почему этому запретили? Я не могу ни на одно почему ответить, я просто не знаю. Вот сразу подошел к нему. Почему к нему? Теперь я живу. Вот первый раз там у Марии Федоровны, когда пришли люди, там сколько, 10-20 человек-то, они остались друзьями.
Другие, которые не пришли, они начали злословить. Почему именно в первый день, не зная ничего, сразу отсеялись? Вот, вот это такое дело. Любовь с первого взгляда. И здесь точно так же. Ты не бойся там, просто открыто скажи. У тебя голос мягкий, все, маленечко потренируйся, пойди там на берег моря Генисарецкого-то и камням попроповедуй. И скажи: камни, я желаю, чтобы вы сделали основанием фундамент новой тут еврейской школы. Создадим свою христианскую синагогу. Вот так прям на камне, с напором. Этому учиться надо, ты очень интеллигентный. Игнат Тихонович, ну я вам возражу, вот отец Геннадий Фаст, у него тоже мягкий голос, я не вижу, чтобы он вот такой был, но я вот слушал его некоторые лекции, вот он как рассуждает там, интервью с каким-то священником даже видел, он очень мягко разговаривает, то есть так как вы вот так вот где-то ребром ставите, нет у него, а он-то... Ну понимаешь, он об этом и говорит, когда его обо мне спрашивают, вот говорит, человек такой, для него разницы нет, Андрей Кураев подчеркивает, Игнатию разницы нет, епископ, патриарх, святой ли, говорит, нет, у него Библия на первом месте, он сразу ставит на место, дальше время не теряем, идем дальше или брось. И это же отец Геннадий говорит, когда его спрашивают обо мне. А почему? Я не знаю. Мне некоторые один подражать пытались там записать, а потом говорить. Он говорит, ну пытайтесь, говорит, а собачий хвост видно. Надо, чтобы вся жизнь соответствовала тому, что ты говоришь. Тут вот что важно. А что примут, не примут, мне не дано судить. А если так будешь делать, да люди разбегутся. Мне не дано об этом думать. Иисус берет на себя ответственность. Моя задача быть верным в слове. Я сказал, кто-то против, кто-то камень схватил, это его дело. Вот смотри, Стефан говорит, слушает внимательно, замолкли. И вдруг, вы руками беззаконников распяли, кого не гнали, пророков, отцы ваши. То есть, мгновенно перевернул, и все, камни полетели в него. Зачем он это сделал? Вот есть такой Вениамин, он был диаконом. Ну и со своим архиереем, не знаю, как Арестит или кто он там звать его. И его допрашивали, а епископ мягкий такой. И он хотел их отпустить. Ну какой от них вред-то? Чего их казнить-то? А уже вот-вот отпустит его. А диакон и говорит не к этому, а к епископу своему. Говорит, владыка, ну что ты так разговариваешь с этим нечестивым-то? Его душа в аду уже прописана. Ну скажи ему, а то он умрет и в ад пойдет к своим идолам проклятым-то. У того глаза на лоб. Это кто так говорит? Да ты кто такой? Да ты. Да диакон-то. И обоих казнили. Он развернул корабль в другую сторону, уже к берегу причалили. Не надо на стремнину. На нас люди смотрят. Мы перед Богом стоим. Я сторонник того, что о последствиях задуматься не надо. Бог берет на себя это. Написано, чаще наказывай сына, не жалею розги. Вот так и учи. А ювенальную юстицию отнимут. По-умному сделай, чтобы не отняли. У меня чужие дети были, 45 лет. И 45 лет я физически наказывал. И в уставе есть. Так мной занялось ФСБ, приехали, опросы, ничего нету. Ну уберите из устава, зачем убирать? Страха не будет, дети вообще из-под контроля выйдут. Они приезжают уже наркоманы. От меня выезжают, их не узнаешь в течение одного месяца. Тут профессора, психологи приезжают, из Америки, с Австралии были. А где вы учились? Нигде я не учился. Я внутренно чувствую, вот этому такое надо, вот этому, это. Молитва. Молитва непрестанная всегда. И Бог будет внушать тебе делать как. Я просто вам сказал, потому что у вас такие знания, ну просто, не знаю, вы примените это все, не для себя только. Начните те, кто рядом, с ними, пригласите домой. Это закон такой. Да пригласите с женой, может быть, с ребятишками. Жена пусть пирогов напечет. И будете беседовать, и они будут довольны. С малого начните, а дальше будет видно. Игнат Тихонович, а мягкости характера и о жесткости, вы имеете в виду, вот, ну, пример взять, где подыскать, вот у вас есть в общине Игорь Добунов, он такой вот, ну, как бы такой, вот что-то такое имеет в своем характере, ну, конечно... Нет, не такой, нет, не такой. Он даже многих обижает, вот этого слушает. Да, но это другой вопрос. Смотри, вот ты сказал, вот, а какой, вот на кого, как, на пророка Илью он больше похож. Вот, пророк Илья, примерно как Игорь. Отрубить им голову, и все. Вот так. Через Игоря многие останавливались в злодеяниях где-то. Он их обличал и говорил. Как это делать? Ну, я могу только собственным опытом делиться. Ни одного человека
заранее нельзя перенести в какую-то вот определенную ячейку. Там у Ларье этот разбивал-то где. Ну, она мы по-своему. Ну, надежда. И надежда не постыжает. Конечно, если ты выходишь, вот я вел за одновременно занятия в 5 университетах, 3 радиопрограммы, вопросы, звонки, воинские счастья, представь, милиция, и все вопросы и ответы. Тут выходить ты должен в полном вооружении. Вопросы самые неожиданные, и ты должен все ответить. А это невозможно знать. Невозможно. Это Бог. У меня вот сохранилось 4124 ответа, они на сайте стоят. А как? Не знаю, ответить не могу. Вопросы выше моего уровня, намного-намного. Только вздохнул, а дальше ответ. Игнат Тихонович. Сегодня одна ко мне пришла и позвонила опять. Меня во сне видят в разных концах страны и за рубежом меня во сне видят. И в Америке. Не знаю меня. И видят, я их побуждаю молиться. Она видит, там дом сгорел, все, ничего нет, там в кружке или где пшено осталось только. А ты сказал, это все, что у тебя останется. Начинай трудиться. Специально вышла по телефону, сегодня со мной разговаривала. Я на себя ничего не беру, только люди говорят, ну и ты что? Ой, там мы видели на Украине, вы такое дерево, до неба и все это, до дрова, дерево. Что дальше-то? Начинать работать надо. Пусть я буду самым ничтожным растением где-то, но Божьим. Не Божий, да Божий. А это, что вы мне дифирамбы тут слагаете, меня это не касается. Игнат Тихонович, вы могли бы привести вот примеры такого жесткого характера, ну, то, что вот, примерно так наглядно нарисовываете картину, вот из священников таких вот, публичных, которые есть, на которых можно было... Пророк Иеремия, Михей, запомни. Михей, сын. Нет, не библейский персонаж. Вот в нашем сейчас, в наших реалиях, вот в московской патриархии. Там отец Андрей Кураев, или там такие вот там, кто там есть. Но ни Ткачев, ни Смирнов, ни Кураев. Никак. И даже по частям у них бы не стал брать. У одного слишком много наглости. Самый наглый попа Смирнове тут написано. Заголовок так и называется. А другой, как говорится, прорванный мешок сыпет и не видит. Не знаю никого. Я дома сижу. По интернету вижу, которые пристают, и священники выходят, и мы давно смотрим, и всей семьей. Но это только интернет. Рядом со мной нету никого. Ну, то есть это такой характер, это залог успеха, да? То есть вот если не иметь этой черты характера, то как бы не будет... То есть оно как бы, как сказать... Чтобы приобретать людей, надо влиять на них, да? Но надо влиять на них, быть как бы лидером, как бы увлечь за собой людей. То есть как вот сказать... Христос сказал, говорил войну, как было, американцы исследовали. Убили майора, а в атаку повел сержант. Почему не капитан подвел? И они выработали 6 качеств лидера. Слышал? Записывайте. Слышал, да. Я у вас спрашивал. Запишите еще раз. Первое качество – воображение. Ты должен понимать, куда ты вступил, что за этим дальше будет. Воображение. Вот у нас тут один в Теряевке забунтовал, у него воображение нуль. Потерял все абсолютно. И притом ни на чем. Это первое воображение. А воображение надо развивать, считать много надо. Считаешь, закрой книгу, чем же тут закончится, куда автор ведет. А если я буду так? А если я перееду сейчас, вот, как у меня будет, как с гражданством, на что строить буду, кто будет помогать, как тяжелые бревна поднимать, куда буду продукцию сбывать. Ты все должен от сначала под ключ, пока дом не сдашь. Второе качество – знания. Знания у лидера должны быть в разы больше, чем у подчиненных. Ты не знаешь, какой вопрос тебе зададут. У меня вопросы военные, политические, социология, литература, искусство, учеба. Все, что только возможно вообразить. Ну, люди всякие сидят там из ФСБ, сидят у меня в зале. Я говорю про аудитории. И я же не знаю, какой вопрос задают. Ни одного вопроса за 50 лет у меня не было, который бы я не ответил. Ни одного. Так Бог дает. Так. О, второе. Третье качество – умение. Другое дело – знать, а теперь как притворить на практике. Вот три уже. Воображение, знание, умение.
Без этого лидером ты не будешь. Четвертое качество – решимость. О чем Серафим Саровский говорил. Решимость. Наполеон говорил, главное в драку ввязать, а там видно будет. Пятое качество – беспощадность. Вот беспощадным был Павел. Он, Марк там ушел, он его не взял. Беспощадность к разделяем, к неверным слову. Вот о чем речь идет. Ну, а Варнава, он его племянник взял, а Павел взял силу и пошли с ним. Он так и его не простил. Ну, я простил, ничего не имею, но с собой не возьму. Он бросил, и я один с носилками стою. Павел, по отношению Марка. И последнее, самое трудное качество. Привлекательность. Вот эта привлекательность. Все качества будут, этого нет, ничего не будет. Ты можешь только разгонять, не собирать. Вот у меня приехал, когда епископ-то, а он, ну, знает только, интернета не было, а там по материалам моим. Я, говорит, ехал, когда его назначили сибирским быть, Евтихий, говорит, я думал, как я с Игнатием ладить буду-то? А когда приехал, я спрашиваю, а где он? Я с ним разговариваю, и он не знает, что это я. Это абсолютно, говорит, другой человек. Даже ни одного нету момента, где бы он сходился с тем, который... Я Павла говорили, в посланиях он грозен и силен там, а в личном присутствии речь его слабая. Вот у Павла был, это мой образец. А я не пристраиваюсь и не стараюсь. Человек рядом, я могу говорить, ведь, а когда он далеко, я сразу градус добавляю, чтобы видно было. Если он попятится, чтобы у него было куда отступать. Сразу. Вот мне нравится, как борется Федор Емельяненко. Борьба без правил, когда... У него всякие методы, но он там жил, что называется, там и карате, и все у него до этого было. Он заломит руку, за горло его задушил, то еще как-то. То есть разные-разные методы, не просто по голове ударить. Есть такие виртуозы. Вот в борьбе ты должен быть таким виртуозом. Привлекательность в том, что тебя нету, но ты все время будешь в центре событий. Тебя нету, но к тебе, к твоему делу так люди прикипели. Ты ушел, ты в больнице, а там все будет как по часам идти. Привлекательность образа, его нельзя создать. Вот кого вы называете, у этих людей часто не бывало этого качества, привлекательности. Это, я не могу объяснить это даже, как это так. Вот люди живут и со всеми по-разному. Я один не бываю никогда. И со всеми по-разному. А почему ты ему замечание или не сделал, а мне такую шалкушку дал? Я не знаю. Я молился, я ждал, когда ты придешь, чтобы тебя ударить. Игнатий Тихонович, да. Вот такое еще вот. Вы написали первое качество воображения, но я бы хотел его в таком как бы ключе повернуть. Вот. Если что-то ты хочешь предпринять, сделать, действие, и ты начинаешь воображать, я там туда-то в такой-то храм пойду, я-то так-то, ну, у тебя есть план действий, да? А потом, и у тебя начинается воображение, а священник это не примет, а потом даже меня и выгнуть может, все. И так как бы получается, сам себя уже преждевременно связал, и все, ты побоялся. Женя, дальше не надо, умей остановиться. Вот, а то не найдете. И ты к этому теперь приготавливайся. Приготавливайся к этому. Так, священник, сразу поймет, священник будет против мои действия. Ты заранее готовишься. А чего ты сразу-то начал? Где решимость-то? Четвертое качество. Никак. Ты наоборот сразу понимаешь. Выйти на борьбу, когда у тебя 10 тысяч против 20 тысяч. Начал башню строить, а не хватило, не будут ли тебя над тобой смеяться-то? Господь же рассказал это. Ты все высчитай. А вы как высчитываете, всегда хватает. Я полностью передаю Богу. Господи, у меня ничего этого нету. Устрой как надо. И ты бы знал, сколько я провел бесед в центральных городах и в Америке, и везде, с сектантами всех толков, какие только есть. Ни одного поражения никогда не было. Даже не предвиделось. Ну, всем это ясно, что только Бог может сделать. И среди старообрядцев, и там, и с евреями я мало общался, но общался. И что интересно, с евреями у меня споров никогда не было. Ну, то есть не бояться, как бы, не бояться вот вообразить, прокрутить картину надо обязательно, да, что может так получиться. Знали меня, люди будут гнать вас.
гнать будут, но это надо приготовиться. У вас отнимется, негде голову преклонить. Я заранее на это настроился. В день, когда я обратился, 27 сентября 1962 года, я эту всю картину раскрутил перед собою. Все, мне пришлось училище бросить, а я море любил, я жил этим. Я бы, ясное дело, что до чего-то заслужился бы. Все бросил. Но что впереди будет, вот так будет разворачиваться, до конца не знал. Но заранее готовился, а оно оказалось легче. Я благодарю Бога. Я пессимист, не оптимист. Я всегда рисую картину более мрачной, более тяжелой. А когда легче, я как будто уже и не замечаю. И Анатолий говорит, тем сильнее, труднее переносится, когда ты не ожидал этого, внезапно. А если ты к этому готовился, да я это уже знаю, я прошел эту школу. Все время надо так. Есть такое время, рассказа идет. Куда-то послали человека на остров Фиджи. Ну, а он приносит там, как менеджер сегодня назвали бы там. Ну, он посмотрел, туземцы ходят босиком. А их там двух послали-то. Один говорит, обувь не нужна, тут все ходят босиком. А другой телеграмму им отбил, говорит, тут все ходят босиком, два корабля обуви везите. Вот какой выход? Пессимист и оптимист. А что лучше? Пессимист, конечно. Иногда говорят, вам что сначала, хорошие новости или плохие? Конечно, плохие сначала. Плохие я выслушаю, а теперь тем подвинется, у меня настроение останется хорошее. А если плохое потом, оно у меня задавит все. Но я заранее выстраиваю, это от Бога, это от Бога, это от Бога. Игнатий Тихонович, вот у отца Александра Пивоварова была ли такая жесткость в характере? Вот он, если он как бы имел вот эту черту влияния в себе, то есть качество лидера, была ли? Не было. Ни у кого не было. Ни у кого не было, я никому не подражал. У меня нет, кому бы я подражал. Вот из пророка, потом у меня любимый Иеремия и Михей, сын Имлая. Ну а как тогда получается, рядом людей их нету, не у кого поучиться, это только учиться из Библии, у апостола Павла, да. У пророков ветхозаветных. То есть получается, рядом с нами нет этих людей, то есть нет, живых людей. Я, Женя, я всегда начинал с нуля, деревню с нуля, детский лагерь с нуля, преподавать пошел с нуля, а священники за мной гоняются, в центральной газете пишут везде, кто такой Лапкин. Я никогда не смотрел на это, со мной Бог. Где Бог, там большинство. Большинство. И как? Одолею. Ты щит и ограждение мое, Господи. Враги падают передо мною. Они как солома в вихре ветра. И все. С баптистами готовилась встреча, уже приготовились, все. А потом один говорит, а с вашей стороны кто будет в Новосибирске? Они говорят, да из Барнаула Игнатий Лапкин. Они говорят, нет, мы не будем беседовать. Не беседовать. Старобрядцы тут тоже хотели, говорят, то там один погиб у нас был, Евгений Бобков. Вот он бы, может, с Игнатием еще сразился бы, а так нет. Они напуганы уже сидят, они уже белый флаг выбросили. У них ничего не будет. Надо уметь вовремя заключать мировую. Но если уже началась война, ну тут ничего не сделаешь. В кустах не будешь сидеть. Я вот еще хотел добавить, вот бороду начал когда отращивать, и получается, когда же без бороды, то ты как бы свой среди своих, потому что в миру сегодня мужчины без бороды, в миру, если ты много вращаешься, если ты не какой-то монах, а вращаешься в миру без бороды, и тебя никто не замечает, то есть тебя взглядом тебя не выедают. А как я начал отращивать бороду, то я начал чувствовать, что меня мужчины и женщины взглядом выедают, я понимаю, ну что я еще особо красавец, они выедают мою бороду. И вот это надо уметь, вот это вот пройти, это время. Тебе должно быть безразлично, как на тебя смотрят, на твою бороду. Да, ты, никого больше нету, получается. Ты бросаешь им вызов этим людям. И получается, многие, как бы я так понимаю, не выдерживают. Взгляды эти людские, они выедают. То есть уже на этом вся мужественность заканчивается, даже вот на этой бороде. Так, смотри, Женя, вот подошел Владимир Александрович. Евгений, я как раз к тебе хотел сказать. Например, если ты начнешь даже занятия, если даже у тебя нет таких качеств лидера, все равно начинай проводить занятия. Вот как вот, например, по Библии мы смотрим, да? Апостолы проповедовали, обратился Савл, Господь его избрал. И он стал один из первых среди этих 12 апостолов, 13 апостолов его назвали. Даже и здесь, будешь занятия проводить, люди, души будут, если Господь их коснется, обратятся, найдутся даже тот человек, который будет лидером, который поведет людей
именно за Христом, у которого эти качества есть. Понимаешь, Евгений, какое дело? Ты сейчас говоришь, только что встречался где-то. Александр Невский говорил, вид воина должен внушать ужас супостату. Вот я где бы не был, вот представь, ну какой я, когда в дороге, да я еще развожу костер, это, варим обед, да, ну, что там, говорит, в машине-то, не каждый день моешься-то. И вот мы приехали в один город на Дальнем Востоке-то, ну, там приняли нас, ну, книги дарим, то другое, выходим, она такая, ну, не то, что там, женщина такая, как это называется, сахарная, такой у нее вид гладкий. И вот она вышла, тут фотография сохранилась, город Фокино. И она, а можно я вас поцелую? Да, меня поцелует вообще. Давайте сфотографируемся. И где бы ни были, ну, женщина там маленько видит, кто перед ними стоит. А ну, кого смотреть-то? Ничуть не бывало. Они ко мне жмутся со всех сторон, женщины. Поэтому ты бороду береги, как не знаю кого, как голову свою. Даже. И они будут видеть, да, это человек отделенный от мира. Они будут это чувствовать. А не так, что все курят, и я закурю. Все безбородые, я. Да зачем ты такой нужен? Ты так показываешь, чтобы они сравнивали тебя с самыми великими мужами. Я вот приезжаю, меня другой раз привез. Ой, к нам Солженицына привезли. А Солженицына я знаю, насчитывал. Нужно сказать у Достоевского, братья Карамазовы, и там есть старец Зосима. И вот, ну там один обратился к Богу, говорит, не бойся, что тебя половики затопчут, начинай говорить. Говорить начинай, приглашай к себе на дом людей. Это я на практике испытал. У нас все время люди были, все время. А Надежда Васильевна там все наварит, нажарит пироги. И уже полвека прошло, и все вспоминают, как она готовила. А я еще выйду, да провожаю их до остановки всегда. Такой порядок был. Ты уж тут раскрытые объятия. Не льстить, не лицемерить, а искренне все понимать, ты такой и есть. Это вы меня так видите, да. Еще я хотел добавить, вот, что я такие процессы в себе в душе замечал. Я даже у священника на исповеди у своего, у которого я крестился, я каялся, что вот я вижу, что это малодушие. Потому что это все, что вы говорите, этот такой мягкий характер, это все малодушие. Я вот замечал такую картину, что вот во мне какая-то такая ревность вскипает, вот. А потом на деле я вижу, что я не могу. Я вот такой тоненький, как мизинец. На деле все. У меня как этот шарик надулся, а на деле, когда все, шарик этот все спустился. Кто-то мне все, раз, шарик сдулся. И тут вот это вот уныние, вот я хотел сказать, да, борьба с унынием. Все, если тебя одолевает вот это уныние, все, все, не будет бодрости и не будет смелости действовать. Потому что все, уныние тебя разъест. И все, и ты уже воображение, ты уже проиграешь, ты уже как это, как вы говорили, как этот Наполеон сказал, надо главное вступиться вот это в драку, а потом там уже как получится, как будет. Главное вот это уныние меня честно одолевало сильно. Поэтому ты знаешь, Женя, тут некогда говорить, я тебя прерываю. Нил Синайский говорит, согрешить дело человеческое, но отчаиваться, унывать дело сатанинское. Вот у меня в жизни ни одной минуты не было ни отчаяния, нигде безвыходное положение были. Я сразу углубляюсь в молитву и куда-то спрятаться, уйти с Богом. Я выхожу оттуда и говорю, у вас энергия, как будто бы 18 лет. Я все время с молодежью. И когда говорят, этот старец, то другое не приемлю. Любое обвинение приму, но это не приму. Я не старик. Ну, уныние, знаете, я насколько понял, не то, что какое-то как бы просто, а пессимистическое воображение, что воображение откуда уныние, то уже как плод чего-то. Вот такие мысли пессимистические, что не получится, священник там не пойдет на это, то, и ты начинаешь вот это все прокручивать, и в итоге все, тебя на такое уныние нахватывает. Так если ничего не получится, что мне, и все, и получается, ты связан вот в этих своих мыслях. Ты вторгся туда, где запрещено быть. Кто знает, что родит нам завтрашний день, Секлесиас говорит, зачем ты решаешь это? Когда пути человека угодны Господу, Соломон говорит, он и врагов его примиряет с ним. Примиряет. У меня были такие обстановки, где казалось совершенно невозможно. Все против, но мы тебя по волосинке выдерем бороду и все проще это. Но у меня искали деньги-то. Я говорю, нет, это ничего. И дальше все закончилось. А когда освободился, встретился с этим следователем. Вот надо просто довериться Богу. Я всегда смотрю выше голов.
Это выражение не мое, это Мартин Лютер сказал. Профессора сидели, а я выше голов смотрю. Я вижу моего Господа, и поэтому он не примет, и он ни меня не примет. Они не... Слушающий вас, говорит, слушается меня. Слушающий меня слушает Отца Небесного. Надо молиться, благодарить и все время, чтобы у тебя была торжествующая песня. У меня есть материал такой, называется «Лебединая песня». Песня торжествующей любви. У Тургенева она есть. Левитин Краснов, он историк церковный, 6 сроков отсидел. И он говорит, главная болезнь – это корысть и трусость, трусость и корысть государства. Но моя родная православная церковь 3 раза больна этим. Вы находите таких авторов, которые тебя будут просто заряжать этой энергией. Ну как? Никак. Я не знаю как. А как же вначале? Понятия не имею. Я знал, что надо будет вязаться. А дальше Господь, и вдруг приезжает машина. Это вы такой-то? Я. У нас тут 2-я машина, мы решили там. Как решили? Вы знали нас? Нет. Ну а почему? Да мы знали вам, как трудно. И вот привезли целую машину там. Да ни денег не надо, не надо. Это мы. То есть такие у меня в жизни чудеса были, даже не выскажешь. И батюшка тоже рассказывает. Доверься Богу. Я никогда не думаю, а священник против. Все в руке Божией. В руке Божией. Будет до конца он против или нет. Ты ему должен показать так, чтобы он увидел. Он проигрывает по всем статьям, и горе ему, если он это не примет. У меня были, которые воевали-то. Ну, а потом я слышу, где-то они что-то говорят, а слышали, что я с атеистами, с коммунистами сражался-то. И... А все-таки победа-то на нашей стороне была. То есть он главный враг, а себя считает со мной заодно. Победа-то на нашей стороне была. Ну все, давайте расставаться, а тут уже поздний вечер. Никого нет, может, спаси Христос, Игнатий Тихонович. Спаси Христос, Женя. Все ушли, да? Помолимся давайте. О, все здесь, ну молимся. Где Сережа-то? Включай. Молиться надо. Сергей, это где Пупков? Сергей Павлович! Вася. Давай, Геннадий Тихонович, молись. Ну, давайте это достойно считайте. Пойте. Достойно есть у кого истину. Блажите тебя, Пана. Трень порочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафима, бесценнее Богоспорошую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Твоему Сыну и Святому Духу. Ну давай, Роман, молись. Аминь. Господи, Боже наш, благодарю Тебя, что Ты позволил нам сегодня изучать Слово Твое, толкование святых отцов. И с помощью братьев Игнатия Тихоновича. Позволь нам и в будущем тоже так же собираться и изучать Слово Твое и исполнять его. Дай нам силы исполнять Слово Твое. Не терять веру, как терял апостол Петр, когда тонул, шел по воде и тонул. Слава Тебе, Господи, Боже наш, слава Тебе. Помоги нам не терять веру, когда мы хотим делать добрые дела. И начинать добрые дела, ввязываться в драку добрых дел. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Отключайтесь. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Слава Аминь. Христос. Спаси Христос.